Приветствую вас, дорогие мои овны. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор главных событий на этот период. Посмотрим, что же вас ожидает, какие сюрпризы, какие новости. В общем, давайте приступим. Итак, события с 7 по 13 марта. Ваше настроение, ваш настрой. Звезда. Ну, конечно же, карта в первую очередь говорит, что настрой на будущее, настрой на позитив, настрой на хорошие новости, на то, что ваши мечты сбудутся, ваши планы реализуются. У кого-то это мечты на любовь, у кого-то на свою профессиональную какую-то задачу, у кого-то просто на семейные ценности, на отношения. Ну и, конечно же, на счастливый случай, что наконец-то высшие силы услышат ваши просьбы, услышат ваши чаяния и начнут вам помогать. Ладно, давайте теперь посмотрим, а что там с событиями. Так, паж мечей, семерка мечей и тройка пентаклей. Ну, выпадение, конечно, меченосных карт говорит, скорее всего, о напряжении, о каких-то ментальных напряжениях в первую очередь, о неких препятствиях, претензиях со стороны других в ваш адрес. Ну, может быть, это и ваши претензии, ваши разборки с кем-то, не исключено, мои хорошие. Вот. Поэтому, в принципе, можно сказать, что неделька будет сопряжена не всегда с комфортными моментами. Вот так это я бы выразилась. Да, это может быть получение информации, которая вас напряжет. Это может быть оформление каких-то документов, причем оформление может быть в каком-то спешном порядке, либо оформление документов через некоторые трудности, не исключено. Я бы даже, знаете, как сказала, все ваши задачи, желания, намерения могут осуществляться на этой неделе какими-то обходными путями, нетрадиционными. Да, возможно, где-то с долей манипуляции, где-то с долей хитрости, где-то с долей сбора компромата на кого-то. Да? И этот компромат для чего-то вам нужен. То есть он вам поможет куда-то там продвинуться или где-то продвинуться. Вот так вот как-то. Да, что-то порешать. Кроме того, у нас тут еще троечка пентаклей выпала. Да, это, конечно же, речь идет о неких партнерствах, о неких треугольниках, создании треугольников. Что за треугольники? Ну, скорее всего, они, конечно, связаны с какими-то материальными интересами. Либо вклинивание в ваши интересы между кем-то и вами, вклинивание третьего лица. С какой целью? Тут сложно сказать. У кого что? У кого-то с целью, может быть, даже вам помешать, а у кого-то с целью того, чтобы присоединиться к вам и, так сказать, совместно продвигать некую цель и совместно получать некие результаты. Да, это могут быть служебные треугольники, рабочие треугольники. Ну, вот, допустим, даже на бытовом уровне, допустим, у вас есть некая задача, связанная с вашим домом, с недвижимостью, с хозяйством с каким-то, да, и вы чувствуете, что вот, да, есть у вас один помощник, но вы можете не потянуть. Поэтому вы приглашаете кого-то еще. Или кто-то вызывается вам помочь, но, скорее всего, из какого-то интереса. Ну, я уже молчу, конечно, о любовных треугольниках. Тут несколько задача другая. Да, либо втереться к вам в доверие, либо узнать что-то, какую-то информацию, что происходит.
Ну, уж для чего, не знаю. Может быть, даже, конечно, не обязательно этот треугольник несет любовный, я имею в виду, несет негативный характер. Не обязательно. Вполне возможно, что это третье лицо заинтересовано, чтобы с кем-то у вас сложились любовные отношения именно в том русле, в котором это третье лицо имеет интерес. Но в данном случае, скорее всего, речь идет о материальном интересе. Вот такая непростая, конечно, задачка, непростая неделя. Да, ну, может быть, вот эти ваши настрой, ваши желания, намерения, они как раз и с помощью вас или с подачи, с вашей подачи, и, в общем-то, и сделают напряженной эту неделю. Не исключено, что кому-то придется избегать неких ситуаций, напряженных моментов, может быть, разговоров, встреч, может быть, даже как-то прятаться, что ли, уйти с линии напряжения, чтобы не принимать решения, не делать выбора и вообще, как говорится, в этом не участвовать. Может быть и так. Ну что ж, хорошо, теперь идем дальше. Дальше у нас с вами, друзья мои, конфетки-занозы. Так, ну начнем с конфеток. Какие конфетки вас ожидают на этой неделе? Ну, тема продолжается. Дама мечей. Как я уже тут заметила, что будут у вас некоторые моменты. Вот. В картине развития событий на этой неделе. Ну, в данном случае конфеткой либо помощь вот такой жесткой дамы, либо это вы сами сможете противостоять, сможете отстоять свои интересы, свои права, настоять на своем, отбиться от каких-то претензий, от каких-то требований и вообще, как говорится, показать кузькину мать тем, кто слишком забылся, те, кто вам мешает или вставляет палки в колеса. Да, это может идти речь, конечно, и об оформлении нужных вам документов или получение информации, как именно конфетка, понимаете, как конфетка. Ну, не исключаю, что вот это даже и конфетки, и события, они, конечно, связаны, скорее всего, с вашими какими-то целями. Я не исключаю, что у кого-то появится намерение куда-то далеко уехать, то есть связанных с переездом. Вполне возможно. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с занозами. Ну, четверочка жезлов, она, конечно, говорит о том, что кое-какие ограничения все-таки будут. Как бы не было сильно желание, как говорится, развернуться во всю ширь и получить по максимуму нужного результата, в данном случае не все получится сразу. В каких-то моментах придется приостановиться, сгруппироваться. Возможно, даже вот как раз троечка пентаклей и говорит о группировке, допустим, с кем-то вместе. То есть вот такое создание треугольника для того, чтобы дальше продвигаться. Но, тем не менее, для кого-то, возможно, занозы будут вынуждены отдых, вынужденный отпуск, перерыв, не обязательно по работе, допустим, связанный с профессиональной деятельностью, может быть перерыв в каких-то домашних делах, хозяйских делах. Имеется то, что как бы вам не хотелось рвануть, но придется что-то, какое-то время переждать или еще поработать, или что-то закончить, чтобы продвинуться дальше. Вполне возможно и такое. Ну, а теперь давайте спросим совет. Нынче у меня советы буду я спрашивать у двух колод. У Таро Светлого Провидца и у Таро Затмения. Итак, начнем со Светлого Провидца. Что там провидец увидит? Что он вам посоветует? Да, друзья мои, хочу сделать небольшое объявление, чуть не забыла.
Ну, вот в связи с этой непростой ситуацией, то, что у нас происходит сейчас, я имею в виду политическую ситуацию, вот, я на всякий случай возобновила опять работу своего, своей, точнее, странички ВКонтакте. Ссылочку я дам в описании, ну, на всякий случай, если вдруг что, чтобы было меня легче найти именно через эту соцсеть. Вот. Так, совет светлого провидца. Туз чаши, друзья мои. Это провидец нам говорит. А что говорит оракул затмения? Давайте посмотрим. Что оракул затмения скажет? Подсолнух. Ну, как видите, оба совета говорят о позитиве. Туз час говорит о том, что может кому-то стоит очистить свое пространство, поменять обстановку, поменять свое окружение. Может даже, знаете, провести какие-то очистительные процедуры энергетические, магические. Или просто сделать, допустим, генеральную уборку дома, генеральную уборку у себя на работе, или даже, как говорится, чистку из своего ментала, своих мыслей. Может даже провести какие-то лечебные водные процедуры. Оракул нам выдал подсолнух. Это тоже совет позитивный. И в первую очередь оракул говорит, сохраняйте оптимизм. Да. Укрепляйте отношения. Излучайте больше любви, доверия, дружбы. Смотрите чаще в будущее, чем в прошлое. Ну, в прошлое можно заглядывать только тогда, когда какой-то опыт вспомнить. А в основном, конечно, надо жить в будущем. И также, конечно, оракул дает, что проблемы решаемы. Решаемые, но при условии, что вы будете сохранять спокойствие, гармонию в душе, мир в своей душе, мир в своей семье. И тогда будет просто все замечательно. Вот такие советы, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается только пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи, побольше денег, спокойной недели, исполнения всех ваших желаний. Ну а самое главное, друзья мои, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои тельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор главных событий. Прослушаем советы, которые даст нам Таро Светлого Провидца и Оракул Затмения. И узнаем, конечно, все новости, все приятности, конфетки и занозы. Итак. События, главные события этой недели. Ваше настроение, ваш настрой. О, дьявол, друзья мои. Ну, настрой серьезный, я бы так сказала. У кого-то это будет связано с очень сильными желаниями, на грани фола, на грани максимального риска. Может быть, связанного с какими-то очень рисковыми сделками. У кого-то это связано с любовной тематикой. Кого-то завлечь в свои сети окончательно, привязать, влюбить. Может даже провести какие-то магические ритуалы по привязке этого человека. Для кого-то это, возможно, наоборот, избавиться от каких-то связей, от каких-то привязок, от каких-то зависимостей. Не обязательно зависимости к какому-то человеку. Может, зависимости, связанные, допустим, с питанием, с курением, с алкоголем или... еще с какими-то зависимостями, у нас их иногда очень много накапливается. Те же комплексы порождают многие зависимости, поэтому, если разобраться, работы может быть непочатый край.
Так, ну давайте посмотрим по событиям. В общем-то, понятна обстановка, что не все так у вас просто. Все, вы, скажем так, вы себе, может, даже в чем-то хотите усложнить неделю. Посмотрим, какие события это вызовет. Итак, королева жезлов, туз жезлов. Посмотрите, и король жезлов. Интересно. Ну, во-первых, все жезловые арканы. Это говорит о том, что страсти могут разгореться нешуточные. И не обязательно на любовном фронте, но и в других областях вашей жизни. Да, может, это связано с какими-то новыми проектами, новыми идеями, новыми делами, с какими-то отношениями, отношениями с людьми. В принципе, тут у нас выпало и королева, и король. То есть, да, будет какое-то плотное общение, скорее всего, на деловую тематику. Но опять же, я и не исключаю, что может быть и, конечно, любовная тематика. Может быть знакомство, может быть флирт с кем-то. Может быть переход ваших любовных отношений на другую стадию. Как бы выяснение отношений, а что же дальше? Мы будем двигаться или мы прощаемся? Вот что-то в этом даже роде может быть. Да, для кого-то не исключено поиск новых каких-то мест приложения своих профессиональных способностей, своих талантов. Пересмотр, может быть, даже, знаете, я бы сказала, перезагрузка. Перезагрузка предпочтений или перезагрузка в связи, допустим, с создавшимися ситуациями, с обстоятельствами, то есть обстоятельства могут заставить вас меняться. Меняться самому, менять свои приоритеты, менять свои профессиональные какие-то предпочтения. В том числе, конечно, и место работы, и с бизнесом могут быть дела какие-то. Ну и также, конечно, связанные с вашей личной жизнью, с вашей, допустим, семьей, с какими-то бытовымо-хозяйскими делами. Ну и что конкретно могу сказать, это точно, что неделя будет очень оживленной, динамичной. Такой, знаете, когда надо, надо, я хочу. Вот это в таком ключе будет как бы спаяно в одно единое, где невозможно выделить, что на первом месте я хочу или надо, понимаете? Оно вот будет в комплексе, в комплексе. Может быть, у кого-то действительно появятся новые предложения, новые возможности, новые шансы. Может быть, получение каких-то новостей, причем зашкаливающих новостей, которые как раз и явятся таким движком или точкой отсчета для перемен, для изменений в вашей жизни или для начала каких-то новых моментов, новых перемен в вашей жизни. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там с занозами и конфетками. Кстати говоря, вот карта дьявол, выпавшая на ваши намерения, ваши желания, вполне может говорить, что это вы сами создаете вот такие энергичные, динамичные и яркие события на этой неделе. Ладно, что у нас там с конфеткой? Туз чаш, радость, любовь, новые ощущения, очистка пространства, очистка вашего окружения. Ну, если уж спуститься совсем на бытовой уровень, друзья мои, это приятные какие-то водные процедуры, лечебные процедуры. Приятные какие-то новости, касающиеся вот именно эмоциональной части, душевной части, то есть для души. Да, может даже эти новости или эта конфетка вас довольно-таки сильно встряхнет. Ну,
может быть, для каких-то действий, может быть, даст надежду, может быть, вас, как говорится, направит в нужном направлении, а может быть и наоборот. Всяко бывает, потому что, смотря какие эмоции, иногда они зашкаливают, и очень трудно реально воспринимать события. Но это конфетка, поэтому делаем выводы, будет все хорошо и все прекрасно. Что у нас с занозой? Ну, заноза, девятка жезлов, опять жезлы, друзья мои. Да, некая остановочка, может быть, некие колебания, не исключено, что какие-то опасения не будут вам позволять идти вперед или какие-то свои дела делать более быстрыми темпами. Вот. Может быть, опыт прошлых лет, вообще прошлый опыт как раз будет являться занозой. Да, тут могут быть действительно вот эти перенесенные негативные обстоятельства, они могут вас тормозить. Также, друзья мои, не исключено, что занозой может быть необходимость от чего-то или от кого-то защищаться. Необходимость как бы от кого-то отгораживаться, может быть, даже сокращать общение, может быть, не торопиться идти навстречу кому-то. Вот некий ступор, типа, знаете, лучше я подожду, лучше я присмотрюсь, прислушаюсь, вот, лучше я откажусь, если вам покажется это рискованно. Вот такие могут быть моменты. Но, друзья мои, да, это вроде бы как заноза, но учитывая ваш настрой по дьяволу, ну, не знаю, остановят ли вас эти занозы. Что-то я сильно сомневаюсь. Ладно, теперь давайте спросим совета. Совета у двух колод, у Таро Светлого Провидца и у Оракула Затмения. Начнем с провидца. Что же вам посоветует светлый провидец? Так, шестерка кубков. Ну, в принципе, друзья мои, в данном случае совет говорит, вспомните свое детство, вспомните о мечтах в детстве, чего вы сильно хотели, к чему вы стремились, каким вы были. И воплотите, конечно, по мере возможности ваши вот эти детские мечты или мечты юности, то есть когда вы были намного моложе, вот именно сейчас. Может быть, друзья мои, может быть, совет просто что-то вспомнить, приятное, погрузиться в приятные уже прошедшие события. Может быть, вспомнить, с кем вы дружили, с кем вы общались. Может, даже возобновить это общение. Вполне возможно. Может быть, заиметь друга, подругу или человека, которого вы уважаете, которого вы доверяете. И ощущаете ответное тепло от этого человека. Может, именно такого человека найти, близкого. Не обязательно это родственник, хотя может быть и родственник. Не всегда так бывает, что родственная душа бывает по крови. Она бывает совершенно из другой области, скажем так. Хорошо, теперь давайте посмотрим, а что оракул затмения скажет вам, что посоветует. Итак, совет оракула затмения. Письмо. Ну, совет, в общем-то, прост, друзья мои. Может возобновить с кем-то переписку. Или наоборот, начать общение. Может быть, обратите большое внимание на чье-то сообщение, которое вам поступит. Или, может быть, на информацию, которую вы услышите. Она может и вот рядом быть, как говорится, случайно услышанной. Вполне возможно. То есть в данном случае совет идет о том, что обратить особое внимание на какие-то знаки, на какую-то информацию, которая может что-то вам подсказать, дать ориентиры. Может быть, даже, знаете, какую-то идею подаст. Может быть, какой-то путь выхода из сложной ситуации. Да, активное использование информационного поля. Вот главный совет оракула.
Ну, в принципе, не обязательно это, конечно, и переписка. Возможно, это какая-то книга, какая-то статья, какая-то специфическая, скажем так, информация, профессиональная информация. Любая, любая, что вас заинтересует. Вот такой совет оракула. Ну что ж, мои хорошие, мне остается только сделать небольшое объявление, ну, в связи вот с такой обстановкой политической, сложной, да, непростой. Я вынуждена была возобновить свою страничку ВКонтакте. Ссылочку я под этим роликом дам, поэтому, ну, на всякий случай. А вдруг что-то не сможете меня найти через YouTube, то всегда можно найти через ВКонтакте. Вот такие пирожки. На этом я закругляюсь, ласточки мои. Мне остается вам пожелать обязательно здоровья, денежек побольше, удачи вам. Конечно же, мира в душе, мира в вашей семье, любви. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем Инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои близнецы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделечку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор главных событий. Посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Какие советы вам дадут карты Таро, ну и так далее. Итак, начнем. Ваше настроение, ваш настрой на этот период. Туз жезлов. Прекрасный настрой. Для кого-то это начать новые отношения, для кого-то новый какой-то проект, для кого-то завязать какие-то новые деловые связи. Кто-то из вас может решиться на объяснение в любви, собирается предпринять какие-то новые шаги для серьезных отношений, ну, либо флиртануть с кем-то, это тоже не исключено. Вообще, конечно, туз жезлов – это намек на то, что в человеке начался подъем энергии, подъем хотелочек, если можно так выразиться. Ну что ж, посмотрим, что события покажут. Или, может быть, ваш настрой как раз и спровоцирует эти события. Итак, да, друзья мои, похоже на это. Карта Маг. Солнце, отлично. И шестерка мечей. Ну что ж, карта Маг уже говорит о серьезной заявочке. Заявочки не только вашего настроения, а вот именно уже конкретных каких-то действий. Причем, возможно, для кого-то на этой неделе будет очень подходящий момент, когда сложатся, как говорится, все обстоятельства, ну, типа как счастливого случая или как соединение всех необходимых ресурсов для того, чтобы, ну, реализовать свои планы или приступить к какому-то делу или выяснить какие-то отношения, может быть, даже занять какие-то лидерские позиции. Не обязательно это на работе, в профессиональной деятельности, возможно, это и в узком кругу, в семейном кругу, в родственном кругу, это тоже может быть. Ну, также, друзья мои, карта Маг может, конечно, у кого-то проиграться нахождением или появлением рядом с вами человека, который почему-то будет заинтересован в вас. Но тут, конечно, нужно будет очень быть внимательным, потому что все-таки карта Маг олицетворяет человека очень предприимчивого, заточенного только на свои интересы, умеющего манипулировать, маневрировать, умеющего сногсшибательную даже, может быть, харизму. То есть обаять такому человеку, ну вот просто расплюнуть, извините за выражение. Ну, если это ваш образ, ну, значит, как говорится, вам и карты в руки. Вот как-то так. То есть надо быть очень внимательно, что вам будут предлагать на этой неделе,
как будут складываться вокруг вас обстоятельства и вообще, что будет происходить вокруг вас. Особенно, знаете, со стороны других людей в отношении вас, вот так бы. То есть то, что касается именно вас. Ну, карта Солнца, конечно же, очень позитивная карта. Она говорит о радости, она говорит о любви, о приятном общении. Она говорит о каких-то очень-очень хороших новостях. Она также может проиграться для кого-то объяснением любви, для кого-то занятием лидерской позиции. Ну, имеется в виду не только в работе, но, как я уже сказала, и в каких-то социальных отношениях, родственных отношениях, вот, в личных отношениях. Ну, в любом случае, карта Солнца может для кого-то проиграться вот именно повышением тонуса, повышением уверенности в себе, повышением своего настроя до такой высоты, что человек говорит: все, я начинаю действовать, я буду делать, я доволен, я вообще, как говорится, молодец, или я молодца, если касается это дам. Ну, также, друзья мои, данный аркан у кого-то может проявиться снятием розовых очков, ну, это образно выражаясь, или когда что-то было непонятно, неясно или вообще что-то не виделось, то на этой неделе наступит своего рода прозрение. Прозрение может касаться любого абсолютно вопроса, даже, знаете, и касаться даже здоровья. То есть есть здоровье, когда человек вдруг понимает, что вот нужно делать то-то, то-то и принять вот именно такой курс лечения, чтобы организм восстановился, излечился, и все, как говорится, было замечательно в будущем. Ну, шестерочка мечей, она у меня всегда ассоциируется с какой-то категоричной ситуацией, когда человек понимает, что все, вот здесь больше делать нечего, здесь уже все сделано, или ловить больше нечего, понимаете, или настолько все плохо, что, в принципе, дальше оставаться, ну, скажем, не просто нехорошо, а уже губительно. Губительно может быть для здоровья, для профессии, губительно может быть для отношений. И поэтому человек принимает решение уходить, уезжать, покидать, разрывать отношения, что-то менять или в своем окружении, или в своей обстановке, вот. Ну, как минимум, человек уже начинает собирать информацию, изучать ситуацию, обстановку, как можно изменить, куда можно переместиться, что поменять надо и так далее. То есть в данном случае, конечно же, карта может говорить не только о переезде, в прямом смысле этого слова, вот, о каких-то перемещениях, поездках, активных поездках, чтобы исправить ситуацию, либо улучшить ситуацию. Но карта может и говорить о том, что у вас внутри происходят довольно-таки кардинальные изменения. Изменения вашего видения, вашего отношения к чему-то или кому-то. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, давайте посмотрим, что за конфетки вас ожидают. Ну да, тут как бы продолжение тематики идет, восьмерка чаш выпала. Она также говорит о том, что действительно изменения придут, но это же у нас конфетка, то есть эти изменения будут вам только во благо. Вот. То есть придет действительно понимание, что надо что-то менять, надо куда-то двигаться в новое место, надо предпринимать какие-то, ну, решительные, скажем так, действия. Но здесь, друзья мои, восьмерка чаш, она уже идет, знаете, на уровне души, на уровне сердца. Да, на уровне каких-то эмоций. Ну, насколько вы двинете действительно менять свою ситуацию, свою обстановку, это другой вопрос. Но, тем не менее, как бы тут говорится, решение принято, и пришло успокоение, что да, не стоит больше ломать голову, не стоит волноваться, надо просто действовать. И вот это спокойствие, вот это принятое решение, вот это ваше внутреннее состояние,
ваш внутренний ответ самому себе или самой себе, что да, другого выхода нет. И самый наилучший вариант действительно сделать так, как вот вы решите. То есть уходить, выяснять, допустим, если касается это отношения, ставить какие-то окончательные точки для себя, для других людей. Ну, посмотрим теперь, что там с занозой. Ну, король жезлов может быть, друзья мои, заноза в том плане, что кое-кто будет испытывать некое давление, подталкивание со стороны какого-то человека или группы людей, что ты давай, 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 действуй, давай вот делай то-то, давай вот поехали туда, пошли туда. Как бы не сказать, чтобы действовать на нервы, но вот эта торопливость, она вас будет несколько настораживать, да. Несколько несвоевременно для вас, потому что вы не прошли еще вот стадию осмысления, что ли, анализа, принятия какого-то решения. И в данном случае это давление будет вас, конечно же, раздражать и быть для вас действительно занозой. Да, влияние какого-то человека или группы людей на ваши дела, на ваши отношения, либо на вас лично. И это действительно будет не есть хорошо для вас. Вы будете чувствовать в этой ситуации себя некомфортно. Так, хорошо, теперь давайте спросим совет. Совет мы нынче будем спрашивать у двух колод. Это Таро Светлого Провидца и Оракул Затмения. Начнем со Светлого Провидца. Что он там провидит, что увидит и посоветует. Так, ну вот смотрите, семерка мечей. Да, друзья мои, уже совет, как говорится, зрит в корень, сразу же обращает внимание на шестерку мечей, то есть пришло время изменения какого-то, каких-то перемен внутренних или внешних, тут у кого что. Но здесь совет идет действовать осторожно, осмотрительно, не, скажем так, не наобум, не сломя голову, а вот именно продумать, собрать информацию, в том числе конфиденциальную информацию, подготовиться, обезопасить себе, собрать какие-то ресурсы, которые вас защитят в случае каких-то, ну, острых ситуаций, что ли. Да, не действовать наобум. Если вы ситуацию не просматриваете до конца, лучше как-то обойдите, отстранитесь от чего-то, либо от кого-то, от решения вопроса, от выбора. Вот. То есть вот именно отстранитесь, уйдите из зоны напряжения, вот так скажем, да, из напряженной зоны. И посмотрите, что будет. По крайней мере, тут самое главное, чтобы вы действительно были информированы и было у вас четкое понимание, как действовать. А самое главное, почему именно так. Ну, теперь посмотрим, что вам скажет оракул затмения. Кстати, это касается и отношений, не только профессиональной деятельности, также и отношений деловых, личных, сердечных, любовных, семейных. То есть не рубить с плеча, ни в коем случае. Иначе можете потерять. Итак, что вам посоветует оракул затмения? Работа. Ну, видимо, какую-то работу надо произвести. Причем не бояться трудностей, не бояться препятствий каких-то, не бояться, что эта работа может вас вымотать, измотать, истощить. То есть, как бы намек идет на то, что может быть тяжело, может быть непросто, но это необходимо. Необходимо. Ну, работа тут имеется, конечно, в виду и физическая, и умственная работа, и работа, связанная с коммуникациями, в том числе, что не надо давать отпор, говорить «нет», идти у кого-то, допустим, на поводу,
а вот именно разбираться во всем и прикладывать максимальные усилия, чтобы выйти, как говорится, в лидеры, выйти победителем или не потерять, не понести какие-то убытки моральные, психологические, финансовые и так далее. Вот такой совет от Оракула. Ну что ж, мои хорошие, мне остается вам сделать маленькое объявление в связи со сложной ситуацией, политической ситуацией. Вот, я вынуждена была опять возобновить работу моей странички ВКонтакте. На всякий случай, мало ли что, слухов ходит много, прекращение работы Ютуба. Вот, поэтому заходите на мою страничку ВКонтакте, ссылочку я дам в описании, регистрируйтесь, я там буду дублировать все то, что я делала на Ютубе. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, здоровья вам, успехов, любви, денежек побольше, хороших результатов, приятного общения, но самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои раки. С вами Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем с вами сейчас краткий обзор главных событий этой недели. Посмотрим, какие приятности вас ожидают, о чем предупреждают вас карты и что советуют вам на эту неделю. Итак, главное событие. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Туз чаш. Ну, как-то, знаете, настрой, возможно, связан с вашими творческими проектами, может, с каким-то вдохновением, может быть, с какими-то любовными делами, влюбленностями, связаны с какими-то новостями, сногсшибательными новостями, когда, как говорится, сносит крышу. Ну, я в хорошем понимании этого слова, естественно. Вот. А также вполне возможно, друзья мои, у кого-то намерение, настрой очистить свое пространство, очистить свое тело, очистить ваше окружение, как-то, знаете, сгармонизировать, стабилизировать. Ну, в общем, вот что-то в этом роде. То есть убрать из своего пространства негатив, какие-то нечистоты. Может быть, во время уборки избавиться от каких-то старых ненужных вещей или предметов и так далее. То есть провести некую чистку. Чистку не только пространства, но, может, своего ментала, своего внутреннего состояния. Чистку своего тела. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с событиями. Угу. Паж мечей, десятка жезлов и королева пентаклей. Ну, в общем-то, тут мы уже можем четко сказать, что королева пентаклей, она говорит уже о намерениях хозяйских, не просто даже о намерениях, а именно о делах, которые связаны с вашей семьей, с вашим жильем, с вашими финансовыми какими-то делами. То есть с земными, с практическими делами, которые, ну, скажем так, облагораживают, стабилизируют ваше существование в этом мире, делают более комфортабельным, более приятным и для, как говорится, ума, и для тела, и, так сказать, еще и заложить вот эту стабилизацию на будущее. Ну, также, конечно же, дама пентаклей у кого-то может проиграться непосредственно какими-то сделками финансовыми, удачными сделками, получением крупной суммы, покупками, также не исключено, причем крупными покупками. Вот. Ну, с чем это связано, у каждого тут своя причина. Ну, факт остается фактом, что эта неделя действительно будет плотно стыковаться с вашими материальными какими-то интересами, запросами и так далее. Здесь у нас еще выпал, друзья мои, паж мечей. Ну что ж, это, в принципе, информация. Информация, которая вас напряжет. Информацию, которую вы будете собирать.
И это тоже может быть. Это может быть и выяснение каких-то отношений. А вот может быть выяснение отношений в том числе с вашими детьми. По крайней мере, знаете, такая легкая напряженность. А вот связанная, ну, с чем связанная тут, сложно сказать. В принципе, дети и родители всегда находятся на разных полюсах. И разногласия и разночтения бывают довольно-таки часто. Они видят мир по-своему, мы видим его по-своему. Так что, в общем-то, неудивительно. Да, паш мечей, он, конечно, показывает напряжение в каких-то точках, в каких-то моментах в течение этой недели. Я не говорю, что это вся неделя, нет, ни в коем случае. Может, какой-то один день или какой-то один момент среди недели. Но, тем не менее, да, это может быть связано с рабочими моментами, потому что тут у нас еще, друзья мои, десяточка жезлов. Это говорит о напряжении, это говорит об обязательствах, когда взято на себя много ответственности, в том числе, может быть, не только обязательств по своим личным каким-то делам, но и чужих обязательств. Это говорит о трудной работе, это говорит о неких препятствиях, которые нужно пройти во что бы то ни стало. Да, это трудная работа. Трудная работа. Вполне возможно, что она действительно связана с какими-то новостями, связана с какой-то информацией, или связана именно с вашим желанием расчистить в чем-то свое поле, либо закончить какую-то работу, или сделать какую-то работу, чтобы продвинуться дальше, или убрать какие-то препоны, то, знаете, причин может быть масса. Главное, конечно, десятка жезлов говорит, что вот этот этап надо пройти. И вы это будете понимать. Это вам нужно в первую очередь. Вам нужно. Ну, может быть, для того, чтобы действительно дальше было легче, или для того, чтобы получить некий опыт и потом понять, что вы делали, зачем делали и стоит ли делать это дальше. Так себя нагружать, изматывать, вредить своему здоровью, своему психическому состоянию или каким-то другим вещам. Вот как-то так, мои хорошие. Да, ждет работа. И опять же повторюсь, действительно, у вас настрой по тузу чаши. Я уже говорила, что это очистка, чистка себя, пространства и окружения. То да, это всегда несет некое напряжение, это всегда встречает сопротивление. И это действительно требует каких-то усилий, в общем-то, что мы и видим. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что с конфетками, с занозами. Итак, конфетка. Ну, десяточка чаш, друзья мои. Да, конфетка, любовь, общение, новости прекрасные, какой-то семейный юбилей, какая-то радость, может быть, рождение ребенка, внука, там, дитя своего, ну, кто, как говорится, еще в детородном положении. Вот. Ну, в любом случае, это может быть приезд родственников, встреча с родственниками, встреча с близкими людьми. Это может быть объяснение в любви. Это может быть соединение двух сердец под одной крышей. Почему бы и нет? Какой-то праздник. То есть событие, приносящее сердцу радость, душе радость. И вселяющее в надежду на будущее, что и дальше будет все прекрасно и замечательно. Так что ждем новостей, ждем гостей, ждем праздника. Хорошо, прекрасненько. Теперь давайте посмотрим, что с занозой. Восьмерка пентаклей. Ну, опять речь идет о работе, друзья мои. В принципе, я уже озвучила, что да, может быть, у кого-то проиграться карта какими-то нагрузками. Нагрузками как физическими, так и психологическими, ментальными нагрузками и так далее. В данном случае заноза говорит, подтверждает, я бы сказала так, подтверждает то, что да, надо, и вы будете на этом вынуждены сконцентрироваться. И, в принципе, заинтересованы, вот это самое главное, хоть это и заноза, да, но, тем не менее, карта показывает, что в ваших интересах это будет, и вы будете это понимать. Поэтому, как бы ни было трудно, вы все равно доведете
до конца эту работу, ну, либо какой-то процесс до конца доведете. Может быть, это и касается каких-то отношений, контактов каких-то, ну, я не знаю, может, творческих каких-то проектов, профессиональных, финансовых каких-то моментов. То есть надо с кем-то рассчитаться или, наоборот, востребовать свои деньги обратно или провести какие-то финансовые операции обязательно, и именно обстановка вынуждает этим заниматься. Вот такая заноза. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что посоветуют вам карты Таро. Сегодня у меня две колоды для совета. Таро Светлого Провидца и Оракул Затмения. Начнем со Светлого Провидца. Что он вам посоветует на эту неделю? Так, четверка мечей, друзья мои. Как интересно. Девушка в гнезде. Вот такое первое ощущение идет от этой карты, что нужно как бы сделать что ли паузу. Ну, может отдохнуть, может быть приостановить какой-то процесс, какое-то дело, чтобы, знаете, может спрятаться в своем где-то действительно гнездышке, подумать, отдохнуть, восстановиться. Вот. Ну, может быть, даже, знаете, уйти из какой-то ситуации, с каких-то отношений, разговоров, встреч, притаиться, не делать каких-то решительных шагов. Решительных действий. Затихариться. Вот. Чтобы вас никто не видел, не слышал и так далее. Ну, может, для кого-то это намек действительно уйти в отпуск или еще что-то. Ну, вы присмотритесь к этой карте. Карта вообще, конечно, говорящая. Но я думаю, она для каждого из вас найдет свои вибрации, свой совет. Вот у меня такое ощущение. Присмотритесь. Не исключено, что вы получите какие-то и другие советы, в отличие от моих озвученных. И обязательно этим советом воспользуйтесь. Так, хорошо, теперь давайте посмотрим, а что вам скажет оракул затмения. Оракул затмения. Угу. Затмение и выпало. Друзья мои, прежде чем озвучивать этот совет, у меня к вам маленькое объявление. Ну, вы все видите, что у нас непростая ситуация, политическая, я имею в виду, ситуация происходит. Поэтому не исключено, что YouTube прекратит свое вещание на территории России. Поэтому я возобновила свою страничку ВКонтакте. Буду туда дублировать все свои видео. Поэтому заходите в ВКонтакт. Подписывайтесь на меня, и в случае какой-то экстренной ситуации вы меня там найдете. Так, ну а теперь давайте вернемся к совету. Что нам советует оракул, где выпала карта затмения? Ну, во-первых, любое затмение говорит о неясности ситуации. И не просто о неясности, а о полном невидении ситуации. Соответственно, совет, что нужно все-таки разобраться, прорваться сквозь вот эту темноту, прорваться сквозь какую-то пелену. Если вы не в силах, допустим, разобраться с чем-то, преодолеть какое-то препятствие, по крайней мере, вы не видите выхода, не видите каких-то вариантов, ну, может быть, стоит переждать, дождаться рассвета, вот если образно выражаясь. Особенно если вас обуревают какие-то страхи, переживания, вы чувствуете, что этот кризис, ну, кризис в душе или кризис на работе, он для вас, ну, скажем, тяжеловат в данный момент, то тем более не надо предпринимать каких-то хаотичных действий, необдуманных действий. Лучше все-таки дождаться какого-то просветления, осмысления или каких-то намеков, каких-то знаков. И в этом роде, друзья мои. Ну и также, друзья мои, если кого-то накрыла депрессия, или вы чувствуете, что она на подходе,
Ну, что тут можно сказать? Только то, что постарайтесь там не задерживаться, если она вас уже накрыла. Вот, постарайтесь, ну, выйти из нее как можно быстрее. Потому что все-таки, что ни говори, депрессия – это не очень хорошее состояние, мягко говоря. Мягко говоря. Вот такие советы, мои хорошие. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остается только с вами вам пожелать обязательно здоровья, финансового благополучия, любви, мира в душе, мира в семье вашей. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор главных событий. Послушаем совет карт Таро на эту неделю. Ну и узнаем, какие конфетки вас ожидают. Итак, начнем. Ваше настроение, ваш настрой на эту неделю. Туз мечей. Ну, довольно-таки решительный настрой, я бы сказала. Ну, для кого-то это взяться за какое-то новое дело, выйти на новые рубежи, на новый путь какой-то. Для кого-то это расставить точки над «и», выяснить окончательно отношения с кем-то. Может быть, решить вопрос, связанный с вашей профессией, с работой, с бизнесом. Вот, ну, как я сказала, и с отношениями. Возможно, это появление внутреннего осознания, какой-то внутренней вашей мысли, ментальной мысли, идеи, что, как, куда предпринять, как начать действовать, и что поменять, и как поменять. Хорошая карта, кстати говоря, я бы сказала, она отрезвляющая, вот так вот, в некоторых ситуациях, особенно в сложных обстоятельствах, и, в общем-то, полезно. Полезно в намерениях, полезно в настроении. Ну что ж, посмотрим по событиям, действительно, как проиграются вот эти ваши намерения. Может, события и будут сформированы именно вот этим вашим настроением. Давайте посмотреть. Так, колесница. Знаете, может быть, еще какое настроение или настрой поменять курс лечения, вот особенно если это касается здоровья. Возможно, пройти какой-то курс лечения с помощью каких-то уколов, да, вот внутривенных, так или, скажем так, сопряженных с какими-то острыми моментами, болевыми, скажем так, болевыми ощущениями, но именно это, возможно, и даст более положительный результат. Как бы, знаете, пройти кардинальный курс лечения. Итак, событие. Колесница. Дама чаш. Ну и еще одно. Король жезлов. Ну, прежде чем начать трактовочку, друзья мои, хочу сделать коротенькое объявление. В связи со сложной политической обстановкой, вот, со слухами, с новостями, что вполне возможно, что YouTube перестанет работать на территории России. Для тех, кто заинтересован в моих прогнозах, для моих поклонников, для моих подписчиков, я возобновила страничку ВКонтакте, поэтому, чтобы нам не потерять друг друга, заходите на мою страничку, регистрируйтесь, чтобы быть в курсе. Ссылочку я дам в описании. Ну, а теперь приступим к событиям. Что же в нас ожидает? Ну, во-первых, колесница уже говорит о неком прорыве, о некой решительности и в чем-то подтверждает ваши намерения. И более того, вполне возможно, что именно вот этот настрой по тузу мечей как раз и спровоцирует стремительность ваших действий, стремительность развития ситуации, каких-то обстоятельств, что вы сами подтолкнете некий процесс, чтобы он стал развиваться более динамично, более быстро. Да, это может касаться переезда, каких-то перемещений,
каких-то профессиональных перестановок, перезагрузки, либо начнется процесс движения в сторону вашей цели. То есть появление какой-то цели, крупной задачи, скорее всего, потому что колесница, она по мелочи не разменивается. И более того, я так скажу, что не исключено, что вот этот ваш настрой и вот эти стремительные события, они как раз могут быть связаны не столько с вашим настроением, сколько с тем, что пришло время, понимаете? То есть влияние свыше, влияние неких сил, влияние неких обстоятельств, внешних обстоятельств, которые от вас не зависят. Вы просто-напросто в этой обстановке, так сказать, концентрируетесь на том, что вроде сидеть на месте ни туда, ни сюда, что надо что-то предпринимать, чтобы не упустить какой-то шанс, какие-то возможности. А может, эти возможности как раз наоборот на этой неделе для вас и откроются, и упускать было бы их глупо. Тут у нас рядом две персоны, не исключено активное общение, взаимодействие с некими персонами, ну, по разным вопросам. Дама чаш, скорее всего, это общение с родными, с родственниками, с очень близкими людьми, их поддержка, их помощь, их советы. То есть вот такое теплое душевное влияние на вас, да, которое вас, как говорится, держит на плаву, вдохновляет и так далее. Ну, король, конечно, жезлов, он более динамичный, он более конкретен. Да, он больше, скажем так, занят какими-то конкретными делами, да. Он тоже может вдохновлять, но самое главное у него не вдохновение, а направление, организация некого процесса, некое совместное партнерство. И если идет влияние, то влияние это, скорее всего, вот именно на совместные действия. Вряд ли он будет вас там по головке гладить, этот человек. Он будет конкретно предлагать, вот давай вместе сделаем то-то, то-то и так-то, так-то. Как говорится, если ты со мной, то мы, значит, сделаем что-то ценное и нужное. Если не со мной, ну извини, значит, я прохожу мимо. Вот что-то в этом роде мне видится. Да, этот человек может очень мощно влиять именно на ваши дела. Не на вашу душу, сердце или какие-то эмоции, а именно на ваши дела. Профессиональные, возможно, дела, личные какие-то, домашние, хозяйские. Как бы быть вашим направляющим, ведущим. Вот. Человек, который может что-то организовать, протолкнуть, сделать что-то конкретное, заразить вас некой идеей, неким проектом, неким действием, подсказать. И, конечно же, может вполне с вами быть в одной связке. Но тут, конечно, речь идет о конкретном интересе. Просто так вот вряд ли этот человек будет сидеть на диванчике, как говорится, и разглагольствовать. Нет. Но, тем не менее, эти две персоны почему-то на этой неделе для вас будут очень важны. Не исключено, как раз это связано вот с такими стремительным развитием событий или с какими-то переездами, поездками или с чем-то еще, или с вашими намерениями. Вполне возможно, чтобы осуществить свои намерения, да, вот этот свой настрой реализовать, вы как раз и привлечете кого-то в одну связку с вами. Ну, для помощи или для каких-то других дел. Вот так как мне видится, друзья мои. Ну, конечно же, в данном раскладе здесь главной фигурой является колесница, друзья мои. Да, колесница. Это перемены, это стремительное развитие каких-то событий, какой-то ситуации, изменение обстоятельств, что вас будет заставлять быстро перезагружаться, что-то менять, что-то, может даже что-то приостанавливать, от чего-то отказываться, что будет как бы расчищать путь, свой прямой путь от чего-то ненужного, а уж тем более от чего-то негативного или мешающего вам. Ладно, давайте теперь посмотрим, что там с конфетками, с занозами. Итак, конфетка. Тройка чаш. Прекрасная конфетка.
какая-то вечериночка, тусовочка, какой-то праздник в очень близком кругу. Да, эмоциональная радость. Может быть, это связано с какими-то приобретениями, может, связано со знакомствами, может, связано с каким-то юбилеем, событием, с радостью не только с реализацией вашего какого-то дела, да, но, может быть, и общая радость, радость за члена семьи, за родственника, радость за человека, которого вы любите и уважаете. Ну, хорошая конфетка. Она, конечно, может быть, подарки, друзья мои, может быть, встречи какие-то очень радостные, может, даже и неожиданные, может быть, получение помощи, поддержки. То есть тройка чаш, она говорит об эмоциональном состоянии, когда человек ощущает себя счастливым, когда человек ощущает себя в потоке, в том числе, друзья мои, и в творческом потоке. Ну, в данном случае идет именно коллективный процесс. Ну что ж, тоже неплохо. Может быть, друзья мои, для кого-то это приятное знакомство, новое знакомство во время какой-то вечеринки или какой-то тусовки, или какой-то, допустим, встречи, нечаянной встречи. Такое тоже может быть. Ладно, а что за заноза вас ожидает? Ну, пятерочка чаш, она, конечно, говорит о некой обиде. Может, даже обиде на себя, что вот не так сделал или сделала, не то, не получилось что-то. Вот, или получилось не то, что ожидалось. А может, действительно, кто-то что-то сказал неприятно, и вы восприняли себе это близко к сердцу, обиделись, кто-то подвел. Да, заноза, ну, что же делаешь, бывает такое. В принципе, зацикливаться на этом вряд ли надолго стоит. Но единственное, сделать пометочку, что на будущее, что так не стоит. Не стоит, допустим, связываться дальше с этим человеком, или не стоит овчинка выделки какого-то дела, что не стоит расстраиваться то, что не получилось. Как говорят, все, что не делается, все делается к лучшему. Ну, тем не менее, да. Заноза она и есть заноза. Маленькая, большая, тут уже другой вопрос. Но, тем не менее, как бы не было больно, все равно надо пережить и, как говорится, жить дальше. Ладно, теперь давайте посмотрим, какие советы вам дадут карты Таро. В данном случае у нас две колоды. Таро Светлого Провидца и Оракул Затмения. Почему-то вот мне захотелось получить советы от двух колод. Так, что нам скажет Светлый Провидец? Что посоветует? Так, друзья мои, ну, совет интересный, дьявол. Не вводить себя в искушение. Вот почему-то первое, что мне пришло в голову. Да, не зацикливаться на своих зависимостях. Более того, возможно, даже постараться избавиться от этих зависимостей. Ну, неважно, какие они зависимости внутреннего такого характера к другим людям или, допустим, зависимость к излишнему употреблению пищи, либо к курению, либо к распитию спиртных напитков, или еще что-то. Ну, в данном случае почему-то вот Светлый Провидец как бы обращает особое внимание вот на такие вещи, что может есть возможность остановиться, отрегулировать что-то или что-то прекратить. Может быть, избавиться от каких-то цепей, от любовной зависимости, может, вполне, друзья мои. От зависимости бывает и на работе, когда ты вынужден выполнять поручения начальства или работать, скажем, сверх того, что положено по инструкции, по должностной обязанности, только из-за того, что чем-то ты обязан руководству. Ну, также еще, знаете, видится такой совет.
Не исключено, что в вашем окружении появится человек, который будет вас искушать на что-то, втягивать во что-то, ну, не очень хорошее для вас, да, может, в какую-то схему, может, в какие-то отношения не очень хорошие. То есть обязательно обратить внимание, кто на этой неделе будет рядом с вами, что он будет говорить и насколько для вас это полезно, насколько это в ваших интересах. Да, могут, кстати, заманивать и какими-то крупными сделками, якобы приносящими баснословные прибыли, сумасшедшие какие-то деньги в одночасье. То есть, ну, будьте бдительны, не ведитесь. Вот так вот почему-то мне видится такой совет. Ну ладно, теперь давайте посмотрим, а что оракул затмения скажет. Что нам скажет оракул затмения? Женщина. Ну вот тут уже, в общем-то, у нас фигурирует дама, да? Дама чаш. А вот. Может быть, даже это как делается дополнительный акцент оракулом, что да, эта дама будет влиять на ваши дела, надо присмотреться к ней, прислушаться, попросить, возможно, у этой дамы какого-то не просто совета, но и какой-то помощи, неважно, материальная это помощь или психологическая помощь, или какая-то другая. Но тем не менее, эта дама действительно может что-то сделать и имеет смысл не игнорировать отношения этого персонажа к вам. То есть ее влияние действительно будет. Ну, тут тоже, знаете, влияние влиянию розни, да, вполне возможно, если уж не привязываться к даме чаш, а вообще вот к такому персонажу, то тут надо просто смотреть, насколько вам выгодно быть с этой дамой, вот, насколько ее интересы и ваши интересы совпадают. А может, наоборот, стоит приостановить эти отношения, может, как-то отстраниться, либо выставить какие-то дополнительные условия, вот, чтобы не принесли вам эти отношения потери, либо, знаете, не играть по правилам этой дамы, что очень часто бывает в межличностных отношениях, родственных, любовных отношениях, вот в этом плане, да, такого ближайшего вашего окружения, вот что-то мне, допустим, сказала внимание, вот что там Таня на тебя наговаривает, а ты будь с ней осторожна. Ну, вот бывают вот такие. Ну, это, конечно, на уровне сплетен, но тем не менее, вот как раз советы говорится, не вестись. Не вестись. Значит, если возникает такая ситуация, как правило, у этого лица есть интерес вас либо поссорить, либо что-то получить за счет вас. Ну, если, конечно, информация идет негативного плана. Хотя, в принципе, прислушаться может и стоит, но прислушаться вот именно не с позиции эмоций. Ах, она такая, да как она посмела, или как он посмел, и так далее. А вот именно с позиции того, действительно это может быть или нет. Зачем она мне это говорит, и что мне это? Вот, может, стоит с той дамой, на которую наговаривает, поговорить дополнительно. Вот что-то в этом роде. Ну, я думаю, вы меня поняли, мои хорошие. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, удачи, результативной недели, исполнения ваших желаний, любви. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои девы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор главных событий в этот период. Посмотрим, что же вам нашепчут карты Таро, чем порадуют, о чем предупредят. Ну что ж, давайте приступим. Как говорится, ближе к делу. Итак, ваше настроение, ваш настрой в этот период
Паш Жезлов, ну, настрой боевой, такой энергичный, динамичный, да, вполне возможно, кто-то из вас хочет начать новое дело или обдумывает это дело, по крайней мере, может появиться желание что-то сделать новое. Возможно, для кого-то это решить вопрос с вашим ребенком или с детьми, может переговорить, встретиться, пообщаться, вот, может подарки сделать, вполне возможно, или ожидаете каких-то сообщений от ваших детей, каких-то новостей. В принципе, ожидание новостей, каких-то сообщений не только, конечно, от родных, вполне возможно, что это будет касаться каких-то деловых вопросов, вот, каких-то личных, скажем так, вопросов. Тут у кого что. Вполне возможно, что настрой вас связан, ваш связан с какими-то любовными сферами вашей жизни. Может, желание с кем-то познакомиться, может быть, желание выяснить отношения, любовные отношения, что да как дальше, куда двигаться и так далее. А может, просто вы настроены на флирт. Ну, давайте посмотрим, что там у нас будет с событиями. Ага, троечка жезлов, десятка мечей и, друзья мои, рыцарь пентаклей. Ну, вот уже одна часть подтверждается, что я сказала, что настрой на какие-то новые дела, новые проекты, новые отношения. И, в принципе, троечка жезлов уже говорит о том, да, что вы смотрите в будущее. А вот, и вы на этой неделе закончите какие-то старые дела, старые, возможно, отношения. Да, появятся у вас новые планы, новые проекты. И вполне возможно, что появится уверенность, что разрешатся какие-то проблемы, выполнятся какие-то задачи, или вы приблизитесь к какой-то своей цели, или, может быть, даже реализуете некую цель. Ну, вообще, конечно, это больше вот взгляд в будущее, наметка, может быть, даже составление плана или пошаговые инструкции для себя. Что и как делать, куда двигаться и зачем, самое главное. Ну, десяточка мечей, конечно, она, как правило, больше говорит о конце чего-то. Либо о разрыве отношений, либо о прохождении какой-то трудной ситуации, о напряжении, очень сильном напряжении, о трудной задаче, изматывающей работе. Или, допустим, о прохождении какого-то, ну, непростого курса лечения. Но есть в этой карте, конечно же, плюс в чем, что карта показывает, что осталось немного, и вы это понимаете, и вы хотите пройти этот путь до конца, потому что дальше уже появляются совершенно другие возможности, другие варианты, и, как бы, знаете, возможность начать, допустим, какие-то дела, возможность прекратить что-то, вот, что вас напрягало, либо работа, либо отношения, либо какая-то тяжелая ситуация или напряженная ситуация по хозяйственной части, по домашней части, что-то в этом плане. Ну, в любом случае, десятка мечей говорит о конце чего-то, о приближении этого конца. Причем она также показывает, что вы добровольно в каком-то плане вступили вот на этот путь, тернистый путь, и, в общем-то, твердо уверены, что его нужно вытерпеть. Ну, рыцарь пентаклей, конечно же, карта некой остановки даже. Ну, просто, знаете, остановка в данном случае больше связана с пересмотром, может быть, даже планов. Когда, вот, знаете, выполнен какой-то объем работы или, допустим, определились какие-то отношения, завязались какие-то контакты, то есть проделана некая работа, в том числе и, может быть, и по финансовым вопросам, и пришло время, когда нужно оглядеться, осмотреться, подумать, проанализировать,
Может быть, даже и какие-то новые ниши определить для себя, новые задачи определить для себя. Ну, для кого-то эта карта может проиграться как остановка подготовки, допустим, к переезду, остановки, допустим, какой-то поездки, может быть, и для какого-то путешествия. Ну, причина этой остановки может быть абсолютно разная. В общем-то, по каким-то, может, своим соображениям, может быть, по финансовым каким-то или другим причинам. Да, это тоже может быть. Может, вы собирались куда-то поехать, но вот на этой неделе пришли к выводу, что либо не стоит торопиться, либо что-то вас остановит действительно. Также может не состояться чья-то поездка к вам. Не состояться какая-то встреча, какой-то разговор. Может быть, приостановится какая-то сделка. Она не то чтобы, знаете, совсем прекратится, совсем разорвется. Нет, вполне возможно, что появятся какие-то новые нюансы, новые обстоятельства, условия. И просто-напросто вот на этой неделе больше придется анализировать, прикидывать. Может, вполне и появятся какие-то другие варианты. Так что, друзья мои, такая интересная у вас неделя. Я бы сказала, даже разнообразная. Все-таки я рассматриваю каждую карту как отдельное событие. Вот. Поэтому, да, будет чем на этой неделе заняться однозначно. Ну, прежде чем продолжить дальше, мои хорошие, хочу сделать коротенькое объявление. Ввиду непростой политической ситуации, вот, не исключено, что затормозится наше общение по Ютубу, по электронной почте, через Google я имею в виду. Поэтому я возобновила работу своей страничку ВКонтакте, ссылочку я дам в описании. Поэтому для себя сделайте пометочку, что там вы меня можете всегда найти. Особенно это касается тех, кто сделал заказы на будущие месяцы, вот, и ждет, как говорится, срока исполнения. То вот именно для связи, чтобы вы меня не потеряли, я вас не потеряла, для связи обязательно, может, даже подпишитесь на мою страничку. Я, конечно, еще какую-нибудь связь, может, найду, но пока я еще не решила. Может, Телеграм. Посмотрю, короче. Так, продолжим. Теперь определимся, какая конфетка вас ожидает. Ну, какая-то дама жезлов. Боевая такая, энергичная. Организаторство, может быть, бизнесвумен. Ну, если это вы, ну что ж, прекрасно, значит, у вас будет конфетка являться мощный прилив энергии. Может, появятся какие-то новые идеи, что-то вы замутите, что-то организуете. То есть не исключены все варианты. Ну и также, друзья мои, конфеткой может быть для кого-то проиграться появление, даже не появление, а влияние некой вот такой женщины на ваши дела. На вас, возможно, или на какие-то ваши отношения. Но не забываем, что это конфетка. Так что это все пойдет на пользу. Так, теперь давайте посмотрим, а что у нас за занозы. Маг. Ну, заноза еще та, если честно говоря. То есть есть риск, что вами будут манипулировать, склонять к чему-то, втягивать в какую-то сделку, приглашать на какие-то дела, скажем так. Может поступить заманчивое предложение. Вообще в вашем окружении может появиться вот такой человек, который очень харизматичный, очень такой, знаете, знающий психологию людей, умеющий манипулировать людьми. Вот. Ну, тут самое главное, нужно понимать, что человек по магу, он очень сильно заточен на своих интересах. Это у него стоит первым пунктом. Что там у вас, как там у вас, это, как говорится, его практически не касается. Поэтому в общении с таким персоном будьте просто осторожнее, внимательнее, просчитывайте, анализируйте и так далее и тому подобное, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию. Ну, конечно же, не исключено, что
в этой занозе есть какая-то и магическая составляющая. Да, ну это в тех, кто разбирается в таких делах. То есть, да, действительно, может быть некое магическое влияние на вас. Либо вы вынуждены заниматься какими-то магическими практиками. Хорошо, идем дальше. Совет. Сегодня у меня совет будет давать две колоды. Таро Светлого Провидца и Оракул Затмения. Начнем с Провидца. Что же он вам подскажет? Что расскажет? Что посоветует? Так, пятерка кубков, друзья мои. Не впадать в уныние, не впадать в депрессию, не впадать в состояние, когда не хочется ничем заниматься, когда полное внутреннее опустошение. А вот также, конечно же, совет не погружаться в обиды, в разочарование, в том числе и собой разочарование. То есть следить за своим эмоциональным фоном. Для вас на этой неделе это очень-очень важно почему-то. Ну, смотрите, конечно, по обстоятельствам. В принципе, да, эмоциональный фон может быть очень важен для вас, потому что все-таки десятка мечей, она говорит о неком напряжении, да, каких-то препятствиях, непростой ситуации. Поэтому, да, с эмоциями надо быть осторожным. Итак, теперь оракул затмения. Давайте посмотрим, что вам посоветуют. Ссора, ну, как говорится, в одну тему. Ну, в данном случае, мои хорошие, о чем нам говорит оракул? Не поддаваться на провокации. Не поддаваться на разборки, которые, ну, скажем так, не имеют смысла. Или когда вы понимаете, что вас специально раскачивают, специально выводят на ссоры, на скандалы, значит, это для чего-то нужно. Может вывести вас из равновесия, поэтому отслеживайте такие моменты. Ну и, конечно же, оракул говорит еще о необходимости защищаться. Не сдавать свои позиции, не показывать слабость. А наоборот, давать понять, что вы можете отразить любое нападение, любую претензию в вашу сторону. И связываться с вами себе дороже. Вот такой идет намек от оракула. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается только пожелать вам здоровья обязательно. Обязательно любви. Обязательно взаимопонимания, обязательно финансовой стабильности. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои весы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор основных событий этой недели. Узнаем, как говорится, новости с первых уст, то есть уст Таро. Спросим совета обязательно. Ну и, конечно, посмотрим, какие конфетки и занозы нас ожидают. Итак, события, основные события этой недели. Ваше настроение. Ваш настрой. Карта звезды. Ну что ж, настроение позитивно, я бы сказала, настрой осуществить свои планы, свои цели, реализовать свои цели, желание, чтобы исполнились ваши мечты. Для кого-то, возможно, повысить свой авторитет, свою популярность вполне возможно. Для кого-то настрой связан с дальними странами, может быть, с переездом, может быть, с контактами. Может быть, у кого-то настрой возобновить старые отношения. Старые связи, которые по каким-то причинам прервались. Ну, я, конечно, имею в виду те связи, те отношения, которые были в позитивном ключе. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас покажут события. Так, карта «Мир». Шестерка пентаклей.
и король чаш. Ну вот смотрите, еще вот добавлю по карте звезда, что у кого-то, возможно, настроение будет внести некие изменения, даже не изменения, а обновления. Ну, может, в свою жизнь, может, в какие-то дела, может, в какие-то отношения. И, в принципе, карта мир, она как бы тут еще нам повторяет, что да, пришло время, может, переступить какую-то грань, может, пресечь какую-то границу, ну, дозволенного, недозволенного, тут уже другой вопрос, вот. То есть, совершить некую далекую поездку, может быть, оформить какие-то документы, связанные с переездом, найти какие-то другие источники доходов, источники каких-то других материальных ресурсов. Да, карта мир, она как бы пограничная. То есть меняется то, что было, на что-то другое. И этот переход осуществляется, скорее всего, с вашего дозволения. Но не исключено, что в силу каких-то обстоятельств. То есть вы приходите к мысли, что да, нужно что-то изменить, друзья мои. Карта мир также говорит, что на этой неделе кто-то будет очень активно общаться с людьми из других стран или с людьми, которые живут от вас далеко. Налаживать, возможно, рабочие какие-то контакты, деловые какие-то связи. То есть вот в этом плане будет идти работа. Но не исключено, что речь идет о примирении, о стабилизации отношений. Это тоже может иметь для кого-то место быть. Тем более у нас тут шестерочка пентаклей, это уже идет речь о каких-то договоренностях, соглашениях, получении помощи или оказании помощи кому-то, в том числе и материальной помощи, может быть, поддержки, покровительства, тоже не исключено, друзья мои. Вот. Присутствует у нас тут персонаж, король чаш. Ну что ж, товарищ такой, хоть и эмоциональный, но в данном случае есть вероятность получить от этого товарища какую-то поддержку, совет, а может даже некую психотерапию, потому что этот человек очень хорошо разбирается в душевных вибрациях, хорошо чувствует настроение другого человека. И в принципе, если захочет, то он всегда окажет именно нужную помощь, нужную поддержку. Но, тем не менее, друзья мои, даже если исключить вот такие моменты, да, связанные с этим персонажем, то король чаш может у кого-то проиграться как влияние этого человека на вашу эмоциональную систему, либо влияние на ваши дела. Тоже может быть. Это может быть и предложение по работе, это может быть предложение по каким-то личным делам, а может быть и по сердечным делам. Вполне, друзья мои, возможно, вполне. Но, как мы видим, в общем-то, события спокойные, события не слишком динамично развивающиеся. Тут, знаете, все так постепенно, скажем так, да, постепенно. Обдуманно, я бы даже сказала, взвешенно, без резких движений, без каких-то таких, знаете, неожиданных башенных или бомбических со стороны вмешательств в ваши дела или в вашу жизнь, в ваши отношения. Ну что ж, прекрасно. Теперь давайте посмотрим, какие конфетки занозы. Итак, конфетки. Десятка чаш. Отлично, друзья мои. Приятное общение, даже, знаете, сердечное, радостное общение в кругу семьи, с детьми, с близкими людьми, которым вы доверяете, которых любите, и эти люди к вам также относятся. У кого-то, друзья мои, это праздник, семейный праздник. Может, у кого-то день рождения, вполне будет присутствовать на дне рождения. Вот. Какие-то очень радостные события, радостные новости. В общем, конфетка что надо. Вот просто красота. Ну что ж, давайте посмотрим, а что там с занозой. Туз пентаклей. Ну вот вы как хотите, но я не ощущаю от этой карты никакой занозы. Абсолютно. Я больше чувствую как бы дополнение к конфетке, что да, открываются какие-то новые возможности, новые шансы.
в любой области вашей жизни, и отношений, и денег, и других каких-то материальных ресурсов. Вот. То есть остается только не пропустить, воспользоваться этими дарами, этими шансами. Кстати, кого-то и подарок ждет, да, вполне возможно. Либо помощь материальная. Хорошая карта. Поэтому заноза нынче вас миновала. И слава Богу. Так, теперь давайте посмотрим, что там у нас с советами. Я буду просить советы у двух колод. Второго светлого провидца. То, что вот сейчас я держу в руках. И оракул затмения. Что же они вам подскажут? Что посоветуют? Итак, совет светлого провидца. Так, друзья мои, рыцарь чаш. Воспользуйтесь дружбой, воспользуйтесь советом, воспользуйтесь предложением, которое делается вам, будет от чистого сердца. Воспользуйтесь поездкой, то есть не отказывайтесь от каких-то поездок или приезда кого-то к вам, или встреч, разговоров. Потому что все-таки карта очень позитивная, как мы видим. Она несет позитивную эмоциональную составляющую. И, естественно, и совет то же самое. Радуйтесь, общайтесь, наслаждайтесь, получайте удовольствие от этого общения, от любви, от любых проявлений, счастливых проявлений в вашей жизни, даже если они очень-очень мелкие, на первый взгляд незаметные. Как говорится, проснулся утром, ничего не болит, все, я счастлив или я счастлива. И такие моменты я тоже имею в виду. Сделал кто-то комплимент, скажите спасибо и сделайте ответный комплимент. Хорошо, теперь давайте посмотрим, а что оракул затмения посоветует. Так, совет оракула затмения. Гора. Не бойтесь препятствий, не бойтесь трудностей. Идите к своим целям, не сворачивайте. Больше решимости, больше упертости, больше, скажем так, ну, спортивности, что ли. Подготовки вот к таким трудным задачам, может, трудновыполнимым задачам. Обращайте внимание обязательно на ситуации, где вы что-то не понимаете, что что-то от вас скрыто. Постарайтесь разобраться в ней, чтобы это вас не напрягало, чтобы более реально видеть картину, чтобы более реально представлять, что делать в этой ситуации. Ну, а самое главное, конечно, не бояться препятствий, друзья мои. Не бояться. Тут единственное, что просто нужно изыскивать варианты. Идти напрямую или лучше обогнуть эту гору, обогнуть это препятствие или какую-то, допустим, какую-то трудность. Либо, друзья мои, вступить в бой, если можно так выразиться, преодолеть. Разрешить эту ситуацию, конечно же, в свою пользу. Разобраться с этой ситуацией. Ну, а самое главное, понять, для чего вам это дано. Это опыт или это открытие какого-то нового пути, новых каких-то возможностей. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать, конечно же, вам обязательно здоровья, денежек побольше. Вот, любви, приятного общения. Результативной недели. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале, в моем инстаграме и на моей страничке ВКонтакте. Приветствую вас, дорогие мои скорпионы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 7 по 13 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает в этот период. Итак,
главное событие этой недели. Ваше настроение, ваш настрой. Десятка мечей. Ну, настрой такой, знаете, остренький, я бы так сказала, да. Пройти некую полосу препятствий, выполнить какую-то трудную задачу, вообще дойти до конца, что-то завершить, разобраться, может быть, с отношениями разобраться, может быть, для себя что-то решить, сделать какие-то выводы, может быть, пройти до конца какой-то курс лечения. Да, десятка мечей – это готовность к трудностям, настрой на трудности. Причем вот такой настрой, несмотря ни на что, как бы, говорится, не было тяжело, как бы не было больно, но намерение увильнуть, пройти мимо, отказаться. Вот в данном случае, конечно, такого нет. Ну, давайте посмотрим, что там с событиями. Так. Сила, двойка пентаклей и тройка жезлов. Ну, в принципе, да, при таком настрое действительно на этой неделе вам придется прилагать титанические усилия. Ну, может быть, это в физическом плане что-то будет связано, допустим, с фитнесом или с какой-то физической работой, трудной физической работой, там, по хозяйству, с домашней, ну, и вообще и с работой тоже, может быть, тоже с физическими какими-то усилиями связано. Также, друзья мои, не исключено, что придется столкнуться с давлением на вас, с какими-то манипулятивными моментами в отношении вас. Да, такими неясными, неярко выраженными, скорее на уровне лести, на уровне заигрывания, на уровне вас затягивания во что-то или куда-то. Так что будьте бдительны, будьте внимательны, не ведитесь на какие-то морковки, которые неизвестно, что принесут и вообще из чего эта морковка состоит. Ну да, друзья мои, карта силы может проиграться у кого-то действительно какими-то титаническими усилиями на этой неделе, сопряженной с усталостью, может быть, даже с сильным напряжением, а может, у кого-то просто страстью, да, друзья мои, как это ни странно звучит, но вот повышение градуса страсти, может, любовной страсти, может, страсти, связанной с каким-то увлечением, творчеством, когда вот просто зашкаливает и хочется во что бы то ни стало сделать что-то, может, с кем-то встретиться, может, что-то от кого-то получить, привлечь к себе, ну, может, и затянуть в свои сети, это тоже может быть. Так, двоечка пентаклей. Ну, да, могут возникать ситуации, волнующие ситуации, неопределенности, неясности, когда не уверен в результате, когда вот речь идет больше о результате на уровне 50-50, может быть или не может быть, понимаете? Может быть, конечно, у кого-то ситуация нестабильности, ситуация, когда нужно выбрать что-то одно или наоборот ухватить что-то в двойном, что ли, размере, то есть два дела каких-то, или две каких-то задачи, и вот устоять, выстоять, вернее, выдержать, и получить все-таки то, что хочешь. Ну, также, друзья мои, двойка пентаклей может говорить об моменте, когда нужно выждать. Ну, может дождаться помощи, может дождаться какой-то материальных каких-то вливаний, может дождаться результата. И вот в этот период именно ожиданий, ну, может не сорваться, не сделать глупости, выдержать, вытерпеть. Вот что-то в этом роде, друзья мои. Ну, тут у нас еще троечка жезлов. Какие-то новые дела, да, друзья мои. Вот смотрите, я уже сказала, что, возможно, кто-то сильно много будет работать. Может, какой-то аврал, может, какую-то работу надо закончить. Для того, чтобы заняться чем-то новым. То есть уже идет взгляд в будущее, уже идет желание какого-то обновления, обновления дел, работы, отношений. Уже голова смотрит вперед, понимаете, не оглядывается. То есть хода в прошлое уже нет.
Абсолютно. И желания возвращаться в прошлое тоже уже нет. Все. Там вопрос закрыт. Там работа выполнена. Дело сделано. И вы уже нацелены только-только на будущее. Прекрасно. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что там с конфетками с занозами. Итак, конфетка. Императрица. Заноза. Паж Пентакли. Ну, императрица, друзья мои, если это вы, то у вас на этой неделе появится возможность собою заняться. Заняться своей семьей, заняться своими самыми близкими, любимыми. Может быть, заняться вашим домом, комфортом. Может, какие-то покупки сделать, чтобы украсить либо свое жилище, либо себя украсить, либо подарки сделать для своих детей, для своих близких. Это уверенность, друзья мои. Это некая стабилизация. Стабилизация положения, которое раньше у вас вызывало какие-то сомнения, тревоги, волнения. То все устаканится. Вот такая конфетка, мощная, объемная. Ну, также конфетка может быть и чьим-то покровительством, чьей-то поддержкой, советом. Тоже хорошо, тоже хорошо. Так, что касается занозы. Ну, здесь у нас, как я сказала, паж Пентакли. Да, придется чему-то поучиться. Получить какие-то новые навыки, новые знания. Может быть, заноза связана с общением с детьми, с какими-то вопросами, касающимися детей. Может, проблемами. Скорее всего, финансового характера. То есть, поддержать финансово ребенка в какой-то, допустим, сложной ситуации, либо ожидание этой финансовой помощи от ваших детей. Это тоже может быть. Еще, друзья мои, занозой может быть сложное принятие решения в плане, как поступить, принимать предложение или не принимать предложение. Может, это будет касаться и какой-то сделки, какой-то финансовой операции. То есть, да, то есть необходимость что-то оплатить какие-то, выполнить какие-то финансовые обязательства, либо какие-то другие обязательства. Вот такая заноза. Ну что ж, теперь давайте спросим совет. Совет у двух колод нынче будем спрашивать. Второй светлого провидца и оракул затмения. Начнем с провидца. Что он там провидел? Что увидел? Итак, совет светлого провидца. Ну, карта умеренности, друзья мои. Что тут можно сказать? Сохраняйте спокойствие. Это первое. А вот, не теряйте надежду на высшие силы, на помощь близких людей, на ваши какие-то внутренние установки, ваши внутренние таланты, возможности. Да, будьте уверены в себе. Это тоже очень-очень важно. Сохраняйте гармонию, сохраняйте баланс. Баланс как внутри себя, так и баланс в отношении с окружающими. Баланс в ваших каких-то профессиональных делах, хозяйственных, домашних делах. Будьте гармоничны. Вот сохраняйте статус наивысшей гармонии внутри себя, а остальное все приложится. Так, теперь посмотрим, а что оракул затмения скажет. Итак, совет оракула затмения. Ребенок. Мне вот эта карта очень нравится тем, что она как бы напоминает о том, что не надо забывать о своем внутреннем ребенке, о своих мечтах. Вообще о себе не надо забывать. Хотя бы иногда вытаскивать свои мечты, свои надежды, свои чувства, свое «я». Чаще бывает, мы забываем об этом, особенно это касается матерей, сосредоточенных только на жизни детей, внуков, мужей, как говорится, там уже не до себя. Вот.
Ну и также, может, этот оракул для кого-то намек. Вспомните свои мечты детства. Чем вы хотели заниматься, чем вы увлекались. Может, сейчас пришло время заняться этими увлечениями, как бы воплотить ваши мечты в реальность. Почему бы и нет? Ну, для кого-то, друзья мои, это совет обратить внимание на общение с детьми, на вопросы, связанные с детьми. Может, поговорить с ними по душам, близко, так знаете, сокровенно, откровенно. Выяснить, что все-таки на душе у вашего ребенка, есть ли какие-то проблемы, может, чем-то помочь, чтобы ребенок почувствовал вашу поддержку. А может, заручиться поддержкой ваших детей, почему бы и нет. Вот как-то так, мои хорошие. Ну что ж, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, обязательно здоровья, успехов, взаимопонимания, любви. Ну а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале, на моем инстаграме и на страничке ВКонтакте. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор основных событий, спросим советы у двух колод, у оракула затмения и у Таро светлого провидца. В общем, узнаем, что же ожидает вас на этой неделе. Итак, приступим. Ваше настроение, ваш настрой. Так, ну, девяточка мечей, конечно, настрой волнующий, напряженный. Чего-то будете ожидать, может, переживать, волноваться. Может быть, это желание, настроен на какую-то очень сложную работу, в том числе и ментального характера. Может, что-то нужно решить, может, сделать выбор, принять решение, дождаться какого-то сообщения. В общем, друзья мои, конечно, девятка мечей, она несколько напрягает, скажем, но не расслабляет. Но могу сказать, что это вполне возможно просто ваше внутреннее состояние, не связанное абсолютно ни с какими событиями, а вот именно сам себя накрутил или сама себя накрутила, сама себя напугала. Вот что-то в этом роде. Ну, давайте посмотрим по событиям. Может, они нам откроют тайну, что ж такое-то будет происходить. Так, король мечей, рыцарь чаш и паж мечей. Ну да, друзья мои, возможно, действительно будет повод поволноваться. Не исключено, что это связано с какими-то юридическими вопросами, судебными вопросами, с получением какой-то информации, с ожиданием, возможно, этой информации, с оформлением каких-то документов, важных для вас документов. Не исключено, что связанных с перемещениями, с изменением места жительства, может быть, с приездом кого-то, потому что у нас тут рыцарь чаш, он уже говорит, что да, действительно, речь может идти о поездке, может идти об приезде к вам кого-то в гости, о каких-то встречах серьезных, переговорах серьезных, намерениях серьезных. Вот. Особенно для тех, у кого вопрос стоит, допустим, трудоустройство, собеседование на этой неделе, то да, тут, конечно, нужно обязательно подготовиться. Вот так просто за красивые глаза вряд ли получится. Нужно будет доказать, что вы соответствуете той должности, на которую претендуете. Ну, что еще, друзья мои? Могут быть предложения. Могут предложения как личного характера, любовного характера, так и, друзья мои, дружеского характера. Имеется в виду, конечно же, какое-то совместное, возможно, партнерство, совместные какие-то дела. Не исключены
И разборки, мои хорошие. Да, разборки. Ну, тут уж по какой причине, сложно сказать. Возможно, не исключено, что эти разборки спровоцируете вы. Я имею в виду выяснение отношений, претензий, требования по отношению к кому-то. Но не исключено, что и в ваш адрес такие моменты ожидаются. Но тут остается одно – держаться, как говорится, уверенно. И обязательно быть вооруженной или вооруженным необходимыми знаниями, документами. Вот. И, ну, то есть некая защита, которая позволит вам выстоять или даже, может быть, выиграть или получить тот результат, на который вы рассчитываете. Вообще, конечно, неделя непростая. Не исключено, что вы сами являетесь своего рода виновником или провоцируете вот эти напряженные какие-то события, они вам нужны для чего-то, для чего-то. Ну, у кого-то это связано с какими-то целями и планами, у кого-то это связано просто с необходимостью. Типа разобраться с соседями, которые уже потеряли, как говорится, стыд и меру, либо разобраться со своим начальником, либо с кем-то из близких, там, знакомых, коллег. В общем, как-то так, друзья мои. Ну, в любом случае сохраняйте спокойствие. Не впадайте в эмоции. Все-таки эмоции в данном случае для вас совсем не то, что нужно. Они могут вас сбить с курса и, в общем-то, сбить вас с принятия правильных решений. Ну, давайте теперь посмотрим, а что там с конфетками-занозами. То есть, учитывая, что в настрое девятка мечей, как я сказала, что это может быть и ваше внутреннее состояние, и это может быть переживание, связанное с какими-то вашими личными делами, вот, либо с ожиданием каких-то дел. Ну, может, это связано, знаете, с каким-то нестабильным физическим состоянием, то есть со здоровьем, нестабильностью в здоровье, может быть, с бессонницей, что-то вот в этом роде. Ну, давайте смотреть, что там с конфетками. Так, десятка чаш. Конфетка лучше не придумаешь. Что она нам говорит? Что она нам шепчет? Она говорит, что да, радость, любовь, приятное общение, новости шикарные, встречи, разговоры, тусовочки. Ну, как говорится, все в одном флаконе. Выбирай, что хочешь. Ну, а что с занозой? Может быть, даже, знаете, у кого-то творческий выплеск, творческий какой-то проект удачный. Ну, похоже, совместно с кем-то. Итак, заноза. Ну, двоечка пентаклей, да, она такая небольшая заноза, которая говорит о неких колебаниях, неуверенности в себе, нестабильной ситуации, о волнении, об ожиданиях, ну, может быть, помощи, может быть, разрешения какого-то вопроса, конфликта и так далее. Ну, это, как говорится, не критично, это можно пережить. Так, хорошо, теперь давайте спросим совета, что на эту неделю вам посоветуют. Начнем с второго светлого провидца. Итак, совет второго светлого провидца. Так, тройка жезлов. Новые пути, новые дороги, новые планы. Новые намерения, желания, возрождение, возможно, какого-то желания, новые импульсы, наполнение энергией, которая дает вдохновение, которая ведет вперед, которая сворачивает, как говорится, горы и исполняет ваши желания. Вот что самое главное. Вот чему нужно придерживаться на этой неделе. Ни в коем случае не падать духом, смотреть вперед. И не останавливаться на достигнутом обязательно. Что-то менять, в чем-то совершенствовать. Закончить, возможно, какую-то работу, которую уже вот сил нет, но лучше ее сделать и забыть, и отвернуться.
Хороший совет. Он, в принципе, по жизни должен быть на первом месте. Ну, с некоторыми остановками. Иногда все-таки действительно нужно расслабляться. Нужно наслаждаться покоем, стабилизацией. Но, может быть, не стоит надолго задерживаться в этом состоянии. И периодически посматривать, что происходит вокруг. И, естественно, конечно, приносить какие-то изменения в свою жизнь. Ладно, а что оракул затмения посоветует? Итак, о, князь. Совет хороший. Воспользоваться покровительством, поддержкой какой-то сильной личности, сильного персонажа. Ну, может, это начальник, может, это знакомый, может быть, это партнер. Может, это даже муж, сосед, как говорится, вполне возможно, друг. Вот. Не отказываться от помощи. И в случае необходимости просить эту помощь. Но также, друзья мои, все-таки обратим внимание на некую воинственность данного персонажа. Тут идет еще и своего рода предупреждение. Если у вас в вашем окружении появляется человек, от которого исходит некая угроза, ну, или типа этого, или какое-то напряжение, идет негативное воздействие на вас или на ваши дела, то будьте готовы. Будьте готовы к борьбе, к защите. Ну, либо не подпускайте близко, либо уходите с зоны опасности. Ну, в общем, что-то предпринимайте. Тем более у нас тут есть некие карты, которые говорят, что такие моменты могут быть. И вполне возможно, что они как раз и связаны вот с таким персонажем. Ну, в принципе, друзья мои, король мечей и вот этот князь, они, как говорится, почти в одном образе. Для кого-то, возможно, это совет быть вот таким князем. Да, занять какие-то лидерские позиции, взять управление в свои руки и так жестко управлять. Либо событиями, обстоятельствами, либо людьми, которые подпадают вот под все вот эти дела. Ну что ж, мои хорошие, на этом я закругляюсь. Мне остается только пожелать вам обязательно здоровья, удачи, обязательно любви, взаимопонимания. Ну а самое главное, мои хорошие, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале, на моем инстаграме и на страничке ВКонтакте. Приветствую вас, дорогие мои козероги. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Вот, сделаем краткий обзор событий, что же вас ожидает. Какие новости, какие сюрпризы, какие приятности. И, конечно же, обязательно в заключение спросим совета. Совета у карт Таро. Нынче я буду использовать две колоды для совета. Это совет оракула затмения и совет Таро светлого провидца. Итак, начнем. Каким будет ваше настроение, ваш настрой в этот период? Так, двоечка жезлов. Ну что ж, для кого-то это настрой сделать выбор. Выбор между чем-то и чем-то или кем-то и кем-то. Причем, понимаете, выбор возможностей, выбор каких-то шансов, выбор связанный с какими-то новыми делами, новыми отношениями. Как бы взгляд в будущее, взгляд... Когда на горизонт или даже за горизонт, когда действительно нужно принять какое-то решение, очень сложное, возможно, решение, очень важное для вас решение, и неважно, чего оно касается, отношений или каких-то работы, или каких-то личных дел, тут, как говорится, не принципиально, тут у каждого свое. Ну, давайте посмотрим, что события покажут. Так, Иерофант. Паш мечей и, ого, и император. Ну вот смотрите, два старших аркана
Иерофант и император, в принципе, друзья мои, это уже речь идет действительно о важности. О важности событий или обстоятельств, которые у вас будут создадутся на этой неделе, скажем так. Обстоятельства, в которые вы попадете. Ну, может быть, вот исходя из вашего настроя, вашего настроения. То есть вы можете спровоцировать эти события, но может эти события спровоцированы, конечно, и внешними обстоятельствами, внешним давлением, какими-то законами, какими-то правилами, причем для кого-то это законы и правила внутреннего семейства, семейственного, родового устройства, ну а для кого-то это законы, связанные с государственными делами, правилами. Ну, да, это, конечно, может в основном касаться и бизнеса, но это может и коснуться, конечно же, личных, самых-самых-самых личных дел. Да, когда надо либо пристраиваться к новым установкам, либо от чего-то отказываться, либо просто ожидать, и вернее ждать, что будет дальше. Тем более у нас тут еще паш мечей. Ну, это да, это напряжение, это получение какой-то информации, которая может сильно напрячь и заставить, может даже защищаться, отбиваться, вступать в какие-то разногласия, выяснение отношений, либо, может, это связано и с оформлением документов, или вообще вот с какими-то правовыми такими действиями, когда что-то стопорится, когда идут препятствия, когда идут затруднения, когда ничего сделать уже невозможно. И приходится искать ходы-выходы, может быть, для кого-то это обходные пути, для кого-то, возможно, как-то маневрировать, распределять свои силы или дробить те процессы или какой-то процесс на несколько шагов, на несколько частей. Да, может быть, это, друзья мои, действительно и необходимость получения совета. Может быть, конечно, иерофант у кого-то проиграется как подчинение, как принятие того, тех рамок, в которые вас ставят, тех условий, в которые вы попадаете. Ну, не все, как говорится, так, в общем-то, печально, если кому-то так показалось. Нет, друзья мои, в принципе, император, он также показывает и ваши возможности, что, в принципе-то, вы можете что-то сделать, вы можете настоять на своем, вы сможете как-то управлять или регулировать этими событиями, этими обстоятельствами, либо отношениями, в том числе и внутри семейного характера, да, друзья мои. Для кого-то это заключение брака, для кого-то это, друзья мои, на этой неделе вопросы, связанные с разводом, с разрывом каких-то отношений, деловых отношений, либо с острыми моментами в установлении деловых отношений, проведение каких-то сделок, скорее всего, связанных с недвижимостью, да, друзья мои. И, в принципе, вот ваш настрой, вот этот взгляд вперед и желание все-таки принять какое-то решение или сделать выбор, оно на данный момент, судя по этим картам, очень для вас важно. Ну, давайте посмотрим, что там с конфетками, с занозами. Ну, неделя серьезная, да, может, для кого-то очень напряженная, значимая и очень важная. Возможно, на этой неделе надо выполнить какую-то задачу или решить какой-то вопрос, который очень сильно может повлиять на ваше будущее, на будущий результат. Вот так я бы сказала. Так, что у нас с конфеткой? Ну, смотрите, десятка жезлов. Да, действительно, много задач. Много обязательств, много работы, когда по собственному желанию впрягаешься, не жалея себя, не жалея сил, и включая вот в эту работу
весь свой ментал, все свои связи, в общем, что знаете, что умеете, и самое главное – получить результат, понимаете? И вот эта конфетка, она говорит, что да, вы близки к цели, вы уже на подходе. Хотя да, трудно, может быть, сложно, может быть, вы устали. Это может просто быть какой-то аврал, понимаете? Но аврал, допустим, по дому, да, или связанный с какой-то сделкой, или с какими-то отношениями, сложными отношениями, да. Но вы берете на себя эту задачу добровольно, и конфеткой будет ощущение, даже может не ощущение, знание или близкий положительный результат, что у вас все получилось. Получилось именно так, как вы хотели. Ну и, конечно же, плюс к этому вы еще и получили какой-то опыт. Так, вообще, как говорится, козероги, у вас что-то какая-то сложноватая неделя, замороченная, можно так сказать. Или это я вас заморочила, но вот у меня вот почему-то такая информация идет. Ладно, давайте посмотрим, что там у нас за нозой. Правосудие. Да? Выполнение закона, выполнение правил, выполнение каких-то установок, необходимость оформления документов, переоформления документов, необходимость вникать во все юридические тонкости, ну, имеется в виду по необходимости. Вот, возможно, даже и судебные какие-то вопросы. В принципе, я уже тут озвучила, что да, неделя может сопряжена со сделками, с бракосочетанием или с разводами. В данном случае правосудие говорит, что нужно сохранять баланс, нужно сохранять равновесие, необходимо не отвлекаться на посторонние, а вот именно сконцентрироваться на конкретной задаче, на конкретной цели и довести ее до конца, не нарушив какой-то гармонии, не нарушив какого-то баланса. Так, теперь давайте посмотрим, что же вам советуют карты Таро. Начнем с совета Таро Светлого Провидца. Что советует вам провидец на этой неделе? Так. Король кубков, друзья мои, король кубков. Смотрите, какой товарищ интересный, мама дорогая. Так, хорошо. О чем-то думает, на чем-то сосредоточен. Даже, я бы сказала, тут присутствует момент каких-то глубоких размышлений, внутренних размышлений, может, даже некая медитация. Ну, совет тут такой. Либо действительно постараться войти в такое состояние, если есть необходимость, конечно, тут. Если нет необходимости, зачем? Вот. Для кого-то из козерогов это возможно обратить внимание на некого персонажа рядом с вами. Не исключено, что этот персонаж очень сильно влияет на ваши дела, на вас лично, либо может повлиять на ваши дела и на вас. Поэтому тут разберитесь. Вот такое ощущение, что может даже намек на то, что нужно уравновесить свое эмоциональное поле. Очертить какие-то границы, чтобы ни в коем случае не выходить из этих границ, чтобы принять правильное решение. Ну, для кого-то, друзья мои, это коммуникабельность, это теплота, душевность с теми людьми, по крайней мере, которые вам близки, которых вы любите. Может быть, предложение помощи, может быть, предложение дружбы или каких-то помощи в решении деловых вопросов. Тут, знаете, бесконечно вариантов. Самое главное, друзья мои, в данном случае идет речь об эмоциональном состоянии. И, конечно же, об отношениях, об окружающих вас людях. Присмотритесь. Видимо, для чего-то это нужно. То есть обратить на кого-то особое внимание. Хорошо, давайте теперь спросим совета у оракула затмения. А что же он вам подскажет, оракул? Так, князь.
Так, друзья мои, прежде чем поговорить о втором совете, я сделаю краткое объявление. Ну, в связи с тем, что у нас сейчас непростая политическая обстановка, есть уже некие перемены, значимые перемены на Ютубе, ну, касающиеся, конечно, тех, кто работает на Ютубе, кто живет, скажем так, Ютубом, вот, то там могут возникнуть в дальнейшем сложности. И поэтому я хочу просто-напросто предупредить, что если вдруг исчезну с радаров Ютуба, то тем, кому интересно, у кого есть заказы на будущее, на гадание, то вы можете меня всегда найти на моей страничке ВКонтакте. Ссылочку я под этим видео обязательно поставлю. Там же я буду дублировать все то, что будет у меня и на канале. Вот. Ну, а в дальнейшем я посмотрю, сейчас рассматриваю вопрос, как бы, какие еще дополнительные источники связи с вами можно сделать. Может быть, Telegram, может быть, Яндекс.Дзен. Ну, в общем, еще буду решать. Ладно, вернемся к совету, князь. Ну, либо это вы, оракул говорит, что вы должны встать вот в таком состоянии. Уверенность, увеличение своих ресурсов по защите своих интересов, твердость в решении и, конечно же, обязательно выстраивание отношений с вашим ближайшим окружением или, ну, с нужными людьми или с теми людьми, с которыми вам приходится общаться, вот в таком ключе, чтобы не показать свою слабость, показывать, наоборот, свою компетентность, способности свои и том, что вам по плечу любая задача, что на вас можно опереться, что вы можете решать трудные задачи, можете брать на себя ответственность. Но это, конечно, когда касается каких-то семейных дел, семейных вопросов и так далее. Ну и также, конечно, у нас еще идет тоже повтор как бы совета. Если в вашем окружении есть некий персонаж, то нужно обратить на него внимание. Возможно, этот человек влияет на вас, влияет на ваши дела. И вообще, может быть, даже этот человек специально формирует определенные события, обстоятельства в вашей жизни. То есть у нас получается практически два персонажа, которые значимы для вас на этой неделе. Могут стать значимы. Ну, возможно, вы какой-то другой совет увидите. Присмотритесь, это тоже важно. Ну, а я на этом закругляюсь. Мне остается пожелать вам здоровья, удачи, любви, взаимопонимания. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале, в моем инстаграме и на моей страничке ВКонтакте. Приветствую вас, дорогие мои водолеи. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет краткий обзор главных событий на неделечку. С 7 по 13 марта. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Каким будет в этот период ваше настроение, ваш настрой? Ага. Ну что ж, дама жезлов. Похоже, кто-то из вас намерен на этой неделе заняться очень энергично некими делами. Может быть, отношениями. Может быть, это связано с каким-то разговором, возобновлением отношений или со знакомством с какой-то подобной персоной. Может быть, вы готовитесь принять некое предложение, либо обсудить это предложение. Ну что ж, давайте посмотрим по событиям, чтобы более ясную картину иметь. Знаете, может быть, у вас какие-то надежды связаны вот с этой дамой. Либо рабочего характера, либо каких-то других сфер вашей жизни. Так, что у нас тут выпало? Дама мечей, что еще? Иерофант. Что еще? И пятерочка мечей. Ну, в принципе, знаете, карты, конечно, выпали
разного, скажем так, содержания и острого такого характера, и в то же время, в общем-то, и такие деловые, что ли, скажем, да. Большая вероятность, что на этой неделе у вас действительно может состояться серьезный разговор с неким персонажем, серьезная встреча. Вот, и вы будете готовиться к этой встрече. Может быть, даже, знаете, будете готовить какие-то документы, либо подтверждающие, либо может, даже защищающие ваши интересы. Тут может быть много вариантов. Ну, тем не менее, друзья мои, король мечей может говорить о столкновении интересов, может действительно говорить о том, что в ваш адрес не исключены претензии, критика, очень пристальное внимание к вам, может даже, знаете, сбор информации, касающихся ваших дел, либо вас конкретно, вашей личности, тоже может быть. Вот, учитывая, что у нас тут еще пятерочка мечей, да, это действительно острые ситуации, острые обстоятельства. Не исключено, что кто-то из вас кинется в борьбу, кто-то затеет своего рода войнушку, несмотря на то, что есть риск проиграть, есть риск не получить желаемого результата. Тут уже, как говорится, без всяких определенных целей. Вот, точнее так, цель одна – ввязаться в эту войну и попытаться победить. Да, да, пятерка мечей – это конфликт, это выяснение отношений, это отстаивание своих интересов, причем, знаете, очень острое отстаивание, даже, я бы сказала, с агрессивной ноткой такое отстаивание своих интересов. Не исключено также, что на этой неделе вам понадобится чей-то совет, чье-то покровительство. Кстати, вполне возможно, что вот эти меченосные карты говорят о том, что может решаться вопрос, связанный с разводом, с разрывом любых отношений, деловых, любовных, родственных. Вот. То есть вот этот разрыв как раз и после того, как вы встанете на путь выяснения отношений. Может, это на работе, с вашими коллегами, может быть, с вашим руководством. А может быть, это и внутрисемейные, внутриродственные, внутридружеские отношения. Еще, знаете, вот Иерофант, у меня вот такое ощущение, что, может быть, кто-то из вас на этой неделе как бы войдет, ну, получит новый статус. Статус, который для вас в нове. Это может быть и повышение вашей должности, это может быть и повышение ответственности, взятие на себя ответственности, это может быть и связано с браком, вхождение в новую семью, в новый коллектив. И тут, как говорится, вы будете вынуждены учитывать правила, устои вот этого нового коллектива. Да, непросто, друзья мои. Ну, также все-таки учитываем вот ваш настрой по даме жезлов. Если настрой на новые планы, на достижение какой-то цели, на реализации какой-то цены, решение какого-то вопроса, то да. Причем, знаете, такое, вот во что бы то ни стало, что бы мне это ни стоило, я вот это получу, я вот в это вмешаюсь, и я это реализую, то в принципе, мои хорошие, выпадение того же короля мечей или пятерки мечей, они как раз говорят о серьезности тех событий, которые могут последовать после ваших действий. Что еще? Да, получение информации, использование информации, причем использование информации, скажем так, в жестких целях, что ли, да, без сантиментов. Когда информация нужна, чтобы это не стало добиться своего результата. Ну, может поразить врага, противника, что-то навредить чем-то. Это тоже может быть, но не факт, конечно. Ну, вот такое ощущение, что информация на этой неделе для вас будет очень-очень важна.
Ну, давайте посмотрим, какие ожидают вас конфетки и занозы. Итак, конфетки. Ну, в принципе, хорошая конфетка. Рыцарь чаш и заноза четверка жезлов. Ну, вот смотрите, конфетка – это встреча. Дружеская встреча, родственная встреча, встреча с человеком, у которых с вами общие интересы, общие задачи. Даже я бы сказала, что с человеком у вас, возможно, даже какие-то доверительные отношения. Это может быть поездка приятная, это может быть приезд кого-то к вам, вполне, друзья мои, не исключено. Это может касаться и любовных встреч, любовных разговоров, приятных новостей и вообще событий, которые вам доставят душевные эмоции, приятные эмоции, позитивные, вселят в вас какие-то позитивные настроения. Хорошая конфетка, друзья мои. Ну, что касается занозы, ну, в принципе, четверка жезлов, конечно, она говорит о неких, возможно, ограничениях, о вынужденном перерыве, о вынужденной поездке, допустим, куда-то в другую местность или решение вопросов, связанных с земельными делами, с недвижимостью, может быть, друзья мои. То есть некая ситуация, когда вот и вроде сильно не развернешься, но в то же время вынуждены будете вписываться в некие границы. Да, это может быть вынужденный отпуск, это может быть вынужденное участие, все-таки это заноза, вынужденное участие в каком-то мероприятие, может быть, даже праздники, как это ни странно звучит. Вот как-то так. Ну что ж, давайте теперь спросим совета. Совета. Начнем с Таро светлого провидца. Что же вам советует провидец на эту неделю? О, как интересно. Пятерка мечей. Ну да. Совет подумать, совет не падать в панику, совет, когда ситуация не подконтрольна, когда ситуация вынуждает действовать не совсем приятными методами или способами. Ну, в принципе, да, та же пятерочка мечей, друзья мои, она уже намекает на то, что могут создаваться такие ситуации, и тем более тут у нас тоже пятерка мечей, как бы, знаете, как знак. Быть осторожными во время вот этих острых ситуаций, просчитывать свои шаги, свои поступки, чтобы не сделать хуже, чтобы управлять ситуацией, контролировать ее, направлять. Ну и, конечно же, в случае необходимости не загонять себя в тупиковую ситуацию. Да, в тупиковую, когда резкие необдуманные поступки, они приводят к плачевному результату. То есть вот отслеживать ситуацию, которая может связана и с разборками, и с какими-то сложными обстоятельствами. Так что вот здесь нужно смотреть в оба. Включать свой ментал. Так, теперь давайте посмотрим, а что вам скажет оракул затмения, что посоветует. Совет оракула затмения. Княгиня. Да, какая-то персона будет играть очень важную роль. Может эта персона появиться в вашем окружении, либо она уже влияет на ваши дела, либо на вас. Ну, в данном случае, возможно, для кого-то это необходимость принять покровительство или попросить покровительство этой персоны, попросить совета. Ну, если есть дама, которая, на ваш взгляд, вам чем-то вредит, чем-то мешает, то, конечно же, подстраховаться, чем-то защититься или дать отпор. Ну, в любом случае, еще, знаете, княгиня может советовать, что будьте этой княгиней, будьте уверенной, грамотно подходите к решению вопросов, к принятию каких-то решений, постарайтесь занять лидерские позиции в сложных ситуациях,
когда не надо подстраиваться под кого-то, а наоборот, чтобы под вас подстраивались. Ну, тут уже, конечно, сложная задача, и чем сложнее вопрос, чем сложнее проблема, тем, конечно же, и сложнее выбрать тактику и стратегию своего поведения. На этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам здоровья, любви, взаимопонимания, денежек побольше. Ну, а самое главное, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале, на моем инстаграме или в страничке ВКонтакте. Приветствую вас, дорогие мои рыбоньки, золотые мои рыбоньки. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на недельку с 7 по 13 марта. Сделаем краткий обзор, что же интересненького вас ожидает на этой неделе. Какие советы вам дадут карты Таро, какие конфетки вас ожидают. И о каких занозах предупредят, конечно же, вас карты Таро. Итак, приступим. Начнем, как всегда, с вашего настроения, с вашего настроя на эту неделю. Ну, карта Луна. Интересный довольно настрой, я бы сказала, может, даже где-то мистический, да. Ну, не для всех, естественно, не для всех. Может, погружение какое-то вот в такое состояние вне реальности, скажем так. Это могут быть мечты, это может быть желание, допустим, читать сказки или слушать сказки, увлечься какой-то фантастикой, вот. Либо, знаете, прислушиваться на этой неделе к своей интуиции. Может быть, и еще для кого-то карта проиграться как ощущением каких-то, ну, событий, что ли. Может быть, неясности, разобраться точнее с какими-то неясностями, туманностями. Может, у кого-то появится ощущение, что за спиной какие-то интриги, что-то затевается и захочется с этим разобраться. Вот так вот, друзья мои. Ну что ж, давайте посмотрим, а что с событиями. Так, колесо фортуны. Угу. Двойка пентаклей и двойка чаш. Ну, в принципе, да. Возможно, вас не обманывает ощущение того, что какие-то события идут, какие-то обстоятельства могут создаться вокруг вас, какие-то ситуации, потому что колесо фортуны, да, оно говорит о том, что не исключено, что пришло время для каких-то изменений, для каких-то перемен. Кроме того, может какие-то события сдвинуться с места, какие-то процессы сдвинуться, или наоборот, какие-то процессы начнутся формироваться вокруг вас. Либо вы сами, непонятно по каким причинам, вот, ну вот, может, по подсказке от чуйки, вполне возможно. Возьмитесь за какой-то проект, за какую-то идею, вот. Или захотите повторить какой-то, еще раз повторюсь, какой-то процесс, который раньше вам не удался, точнее, не принес вам некого результата. И вы захотите повторить вот как бы этот круг, пройти его опять, еще раз попробовать что-то. Ну, конечно, колесо фортуны еще, конечно, говорит об удаче. Оно говорит о счастливых обстоятельствах, счастливых случаях. Вполне возможно, друзья мои. Может быть, кто-то из вас на этой неделе увидит новые варианты, новые способы, методы, новые идеи какие-то. Или возьмет в свои руки управление событиями, управление какими-то процессами, начнет действовать, как бы, знаете, капитаном, станет капитаном своей жизни. Ну, не обязательно во всей жизни, возможно, в каком-то вопросе или в какой-то сфере вашей жизни. Тут у нас, друзья мои, еще двоечка пентаклей. Да, не исключены колебания, такие, знаете, волнения, получится, не получится, делать, не делать, делать выбор или не делать, с кем оставаться, с этим человеком или с другим, какое предложение принимать, одно или второе.
А может быть, кто-то будет стараться на этой неделе сделать сразу несколько дел. Выполнить по максимуму мелкие какие-то задачи. Может сделать какие-то мелкие покупки. Тоже может быть. Я всегда это состояние называю как 50-50. Вот особенно, если это касается получится, не получится, делать, не делать, ехать, не ехать, идти, не идти, встречаться, не встречаться, платить, не платить. Вот что-то вот в этом роде. Да, это может касаться и действительно и отношений, тем более у нас тут еще двоечка чаш. Карта, говорящая действительно о каком-то партнерстве, об отношениях скорее дружеского характера. Может, это знакомство, может быть, это начало каких-то отношений, любовных, родственных, деловых, тоже может быть. Это может быть и свидание, объяснение в любви, предложение руки и сердца, но может быть и предложение делового характера. Но вот в данном случае это будет больше нести такой дружеский налет. Предложение, когда оно делается на доверии, на симпатиях. Примирение для кого-то, друзья мои, да. Нахождение какого-то консенсуса. Прекращение, допустим, отношений, которые были слишком острые. Как бы застывание на каком-то одном этапе. Тем более у нас колесо фортуны – это еще карта, когда события могут развиваться независимо от того, хотите вы, не хотите, думали вы, не думали, планировали вы, не планировали. Просто пришло время. Время создания каких-то ситуаций. Время может быть действовать, может что-то вас подтолкнет к действиям, а что-то, возможно, наоборот остановит вас. И почему это происходит, очень сложно будет понять. Как вроде бы, вы знаете, высшие силы вас направляют, подталкивают, дают вам знаки, дают нужную информацию. Это может, кстати, действительно и с помощью интуиции, почему нет? Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим, какие конфетки вас ожидают. Вот, друзья мои, паш чаши. Конфетка может быть опять связана с предложением, тем более тут у нас двоечка чаши. Я уже озвучила, что действительно приятные новости, встречи, знакомства, какие-то общие дела. И, в общем-то, конфеточка говорит, да, новости. Причем новости, которые вас вдохновят на что-то, которые вас обрадуют. Может, это связано с отношениями с детьми или с новостями от ваших детей. Может, это связано вот как раз и с дружескими какими-то предложениями. Может быть, друзья мои, для кого-то это идея, творческая идея, выплеск вашей творческой энергии, скажем, на что-то. Идеи могут быть разные, не обязательно это писать книгу или картину, нет. Идея может быть создать какой-то шедевральный торт или связать какую-то шедевральную вещь, новую, которую вы никогда не делали, но вот она вам, как говорится, пришла в голову, и вы увидели рисунок вот этого вашего творческого продукта. Такое тоже может быть. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что у нас за нозами. Туз Пентаклей? Да нет, нет, друзья мои, ну не вижу я в этой карте никакой занозы, абсолютно. Я больше думаю, что тут продолжение конфетки идет. Да, открытие новых шансов, новых возможностей, новые предложения, новые знакомства, получение денег, трудоустройство, открытие каких-то новых путей. Новых дорог, понимаете, к благополучию, к процветанию, к прекрасным отношениям. Так что, ну, друзья мои, туз Пентаклей, удача. Одним словом, удача, удачная встреча, удачный разговор. Повезло так повезло, как говорится. Ладно, теперь давайте посмотрим, что вам посоветуют карты Таро. Начнем с Таро Светлого Провидца. Что вам провидец скажет? Что подскажет, на что намекнет.
Ну, карта повешенная. Такое ощущение, что совет не торопиться, остановиться, все взвесить, осмотреться. И, может быть, даже, знаете, для кого-то это совет не просто подумать, а найти какой-то вариант решения вопроса или проблемы нестандартный, понимаете? Нестандартные пути решения какого-то вопроса или нестандартный путь продвижения вперед для получения результата, для, допустим, для восстановления отношений, для развития отношений или в каких-то домашних делах, в хозяйских делах. Да, притормозить. Понятно. Теперь посмотрим, что нам скажет оракул затмения, какой совет даст. Какой совет вам даст оракул затмения? Дерево. Почему-то сразу же первая фраза. Посадите свое дерево желаний. Ну, не в буквальном смысле, как вот мы садим растения, хотя почему бы и нет. Есть определенное дерево, допустим, денежное дерево, да? Вот. Ну, здесь, конечно, еще совет обратить внимание на родственные отношения, на близкие отношения, обратить внимание на свой дом, на свое, как говорится, гнездо, в котором вы живете, в котором у вас, гнездо, которое вас подпитывает, вдохновляет, восстанавливает. Может, там, как говорится, требуется какая-то чистка, какое-то оживление, да хотя бы даже, знаете, может, перестановка, чтобы освежить энергию. Может быть, для кого-то это обратить внимание на состояние своего здоровья. Да, иногда мы забываем об этом или доводим его, как говорится, до последнего, когда уже требуются кардинальные методы лечения. Кому-то, возможно, совет съездить к родственникам, съездить на дачу отдохнуть. Вообще съездить на природу, подпитаться природой, подпитать свой организм, что-то поменять, понимаете, что-то поменять вот внутри себя. Особенно, когда, знаете, день похож один на другой, когда уже на автомате выполняешь какую-то работу, на автомате, вот как обычно. Утром встаешь, идешь на работу, с работы приходишь, начинаешь там на кухне готовить, пока приготовил, пока убрал, пока поделал какие-то другие дела, приготовился к следующему дню. Понимаете, один день похож на другой. Ну, вот в данном случае, конечно, карты советуют как-то внести некое разнообразие, обновить, внести свежую струю в свою жизнь. Вот мне так это видится. Ну, вы тоже присмотритесь, может быть, вам эти карты что-то и другое подскажут. Так что не исключать, ни в коем случае не надо исключать вот эти ваше видение. Оно бывает чаще всего более ценно, чем, допустим, мои трактовки. Ну что ж, мои хорошие, хотела сделать краткое объявление в связи с этими непростыми политическими событиями. У нас могут начаться сложности с Ютубом, с Гуглом. Поэтому я возобновила свою страничку ВКонтакте. Вот. Особенно обращаю внимание для тех, у кого заказы на гадание на месяц, на два вперед уже есть. Чтобы мы с вами не потеряли связь, используйте этот дополнительный источник связи. И, как говорится, не будем друг друга терять. Будем поддерживать эту связь, сохранять ее. Ну, пока, по крайней мере, ВКонтакте будет страничка. Ну, сейчас вот думаю, что еще. Может быть, Яндекс.Дзен, может быть, Телеграм. Не знаю еще пока. Вот такие пирожки. На этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, мои хорошие, здоровья обязательно, счастья, денежек побольше, взаимопонимание, любви и, конечно же, обязательно мира в душе, мира в сердце и процветания. До новых встреч! До новых встреч, дорогие друзья, на моем канале, на моем Инстаграме и, конечно же, на страничке ВКонтакте.